Розалинда, добрый день. Добрый день. Меня зовут Илья, я звонил вам с Газрузинвест. Не мог до вам дозвониться вот вчера. Откуда говорили, еще раз? Откуда вы звоните? Газрузинвест. А, Газрузинвест. Газрузинвест. А, Газрусинвест. Просто не услышала, да, что-то да. Там. Тихо вы разговариваете. Ага. Я не услышала. Я понял. Ну, извините, постараюсь погромче. Давайте. Вот. На каком этапе вы остановились изучать? С кем? Чего я остановилась? Ну, вы вот смотрели себе рекламку, да? И что поняли? Как сфера работает? В рекламке было «Оставьте свои данные и получите выплаты». Что там нужно было узнать? А, прям выплаты получите? Да, 62500. Угу. Я понял. Да. Но я уточню маркетинговое отдела. Они, скорее всего, сменили рекламу. Там изначально было обучение. Плохо работают. Ну ничего, я с этим разберусь. Про вот. Обучение вообще ни слова там не было. Какое обучение? Да. Мы напрямую прям в процессе обучаем вас, как можно, собственно, методом инвестиций заработать себе денежку. Вы вообще мне подскажите, сами в какой сфере развиваетесь? Я понял, как вам более предложить удобные условия. Нет, вы мне предлагаете научным языком. Мы все люди грамотные, с высшим образованием, так что нормальным языком для взрослых. Для взрослых? Да. Хорошо. Если для взрослых, давайте будем как взрослые люди. Но мне определенно нужно узнать вас, чтобы понять, как более лаконично вам подать информацию. Да ладно, чего ж там лаконично? Подавайте как можете. А я буду отсекать уже, если что-то лишнее будет. Даже вот так вот. Я понял. Да. А смотрите, как вы вообще понимаете изначально сферу инвестиций? Подождите, Илья, давайте с вами начнем с самого главного. Что вы за организация, чем занимаетесь, какие услуги оказываете? Мы предоставляем услуги заработка. Да, ну то есть вот. Обучение, сопровождение и информация, на которой можно заработать. Торговля, обыкновенная торговля. Акциями, облигациями, фьючерсами, сырьем, криптовалютой. Все 4 направления. А какие 4? Вы имеете в виду криптовалюту? Газрусинвест занимается криптовалютой? Конечно. Организация напрямую. В России и торгует криптовалютой? Естественно. Какого числа? С какой даты? Ага. Проясните. Просветите меня. А вы, я так понимаю, какую-то информацию знаете, что я не знаю? Вы так реагируете, вроде бы нельзя торговать криптовалютой. Но организации не могут в России торговать криптовалютой. Вы из России да, же? Binance, Bybit не могут. Мы это имеем... криптовалюта. Да, так я же говорю, Binance и Bybit не могут, потому что они задекларированы в Европе. Думаю, так вот как раз таки они могут торговать криптовалютой, а российские организации не могут торговать вот через Bybit. Вот так я вам это и повторяю. Bybit и Binance заблокировали в России, потому что не могут. Поэтому мы вышли на рынок. На какой? Нашей площадке. На криптовалютной. Если нет, Илья, мне это не подходит. Вы даже можете за крипту мне ничего не говорить. Так все, я-то хочу акции купить. Акции? Конечно, меня интересует фондовый рынок. А, вот оно что. Так с этого нужно было. Вот начинать. Тут собака и порылась, да. Я понял. А я так понимаю, вы уже изучали акции, облигации, да? Вы понимаете, что это такое, как минимум? Ну, я же говорю вам, общайтесь со мной нормальным языком. Не как с новичком. Опыта у меня, да, не было. Но, тем не менее, я очень много знаю. Ага, так посадите меня. Зачем? А я вас буду корректировать. Нет, нет, это информация платная. Нет, у нас информация платная. Как же у вас может быть информация платная? Ну а как же у вас может быть платная информация, а моя информация будет бесплатная? Это не взаимовыгодные отношения. Это вы что-то получаете новое, а взамен мне ничего, получается, не даете. Переводить, ну вот так, переводите на номер этого телефона 5000, я вас буду просвещать. Нет, это не нужно. Ну ваше все тогда. Мне ни к чему. Ну тогда больше не просите. Так я и не просил. Как, а вы только просто... что сказали посвятить вас? Нет, только что сказали. Посвятите, да, как вы понимаете, что такое акция? Это, за эту информацию нужно платить или что? Конечно. Раз вы не знаете, вы у меня спрашиваете. Женщина, я какая женщина? Я эксперт в этой... Как меня зовут? Как меня зовут? Розалинда. Вот так ко мне обращайтесь, а то начну требовать по имени-отчеству ко мне обращаться. Нет, мне кажется, вы немножко перегибаете палку. Ну вот, это вы перегнули палку. Газ Росинвест, мне не кажется, потому что чем больше... Вернее, надо креститься, когда кажется. Чем больше крестишься, да, тем больше кажется. Поэтому мне ничего не кажется. Но это не деловой стиль общения, когда вы называете своего клиента девушка, женщина. Вы еще скажите бабушка или девочка. Ну, вы не девушка, вы не женщина. Если вас это обидело, извините. Я Розалинда. Я сказал, давайте, это прекрасно. А я Илья, и что? Вот так и общаемся. И не надо спускаться до рыночного общения. Поближе познакомиться, чтобы я понял, как вам с вами общаться, какие условия вам предоставить. Вы говорите, да нет, это не важно. Это не важно, конечно. Мне нужно купить акции. Если вы можете мне в этом помочь, если вы можете в этом помочь, то есть Газ Росинвест... Да что ж вы тарахтите, Илья? Илья, давайте. Вы хотите... Да что ж это такое? Я начинаю говорить, вы начинаете меня перебивать. Ну, я могу с вами не общаться просто дальше, и все. Успокоились? Да, я вас слушаю. Скажите мне, пожалуйста, ваша организация является брокерской? Именно так. И у вас есть лицензия? Именно так. А какая у вас есть лицензия? А какие вам нужно? Ну, то есть вы продолжаете несерьезный разговор, да? Если вы брокерская лицензия, какая мне нужна? Какая так мне нужна, чтобы у вас была лицензия? Илья, прекратите свою диарею словесную. Прекратите. С вами там все в порядке? Да, я вам задаю вопрос, а вы начинаете в ответ тарахтеть. Какая лицензия? Какая лицензия? Бумажная. Как вам еще ответить? Хорошо, я вас спрошу по-другому. На какой вид деятельности у вас лицензия? На брокерскую активность на территории России. На брокерскую активность? Это что за новый вид лицензии? Я не могу понять, вы действительно не понимаете, о чем вообще идет речь? Ну, вы такие слова произносите, которые в России не произносятся. На брокерскую активность нет такой лицензии. На брокерскую... Давайте, открывайте интернет вместе со мной. На брокерскую деятельность есть лицензия. Вы слышите меня, Илья? У вас что там, все хеды поуходили, что вы вот так вот себя ведете с клиентами? Какие хеды? Тимлидеры, хеды, коучи, тьючеры, еще дальше старшенькие, начальники. Коучи. Все поуходили, так вы себя развязно начали вести. Я же могу сбросить трубку. Могу сбросить трубку. Так, а что же вы тратите время? Ну все, тогда пошел нафиг. Это все, что вы можете сказать, да? Попросить лицензию, ничего особо не сказать, и все, и послать человека. Действительно, очень красиво. Не перебивай меня, не перебивай. Я сегодня как железо. Не перебивай меня, не перебивай. Это просто бесполезно. Алло. Алло, Розамунда, здравствуйте. Здравствуйте. Да, Розамунда, меня зовут Александр. Я вот вижу, что вы проходили регистрацию, интересовались дополнительным доходом, правильно? Нет, неправильно. Это сегодня было? Да, сегодня прошли, вот вижу. Там 25 акций я выиграла в Беровских на 17500. Вот хотела бы получить. Видите, ну также давайте сознакомлю в любом случае с возможностью заработка в данной сфере. Я думаю, у вас в любом случае деньги не помешают, лишними не будут, правильно? Как вас зовут? Вы представлялись? Да, Александр. Александр, я познакомлюсь, не возражаю, только сначала давайте решим вопрос с моими акциями подарочными. Видите, в любом случае, нужно понимать, что чтобы вы куда-то поступили, вам нужно где-то их хранить. То есть какой-то у вас должен быть инвестиционный счет, правильно? Почему инвестиционный? У меня есть брокерский. Данные акции представляют только инвестиционный счет, но и также они представляются людям как раз таки с инвалидностью. Я думаю, вы это видели, правильно? Нет, сейчас там про инвалидность ничего не было, но все равно у меня вторая группа, так что я подхожу. Смотрите, вы не приходите, там такая группа первой инвалидности. Группа первой инвалидности – это когда уже за полчаса в морг. Нет. А как вы думаете, такие люди будут инвестировать куда-то? Первая и третья. Нет, смотрите, первая и третья. Третья группа – это самая легкая группа, рабочая. Да, что вы мне рассказываете сказки? А как это вы вторую обошли стороной? Значит, вторая группа – это наиболее нуждающиеся люди. Я выиграла 25 акций на 17500. Давайте деньгами мне тогда переводите, раз вы не можете акциями перевести. Слушайте, я вам свои деньги из своего личного кармана отдавать не буду. Вы меня сориентируйте вообще. Давайте откровенно, возможность заработка вам в любом случае нужна. Правильно? Мне заработка не нужна, мне нужны акции. А потом я уже буду думать, что с ними делать. Так как было в рекламе, давайте так и будем поступать. Ну вы же сами сказали, инвалиды же, они не работают. Так что я работать не собираюсь, я собираюсь инвестировать. Вообще, вот вы инвестировать собрались в какие-то активы определенные или в какой сегмент? Нет, я не буду с вами насчет инвестирования разговаривать, пока вы мне не перечислите или деньги за акции, или сами акции в мою ячейку не положите. Деньги читать не буду, я не знаю, что вы проходили, я говорю то, как есть. То, что вы подумали, что какие-то деньги будут давать бесплатно, я не знаю. Ну тогда все, до свидания. Начинали просто невнимательно. Не перебивай меня, не перебивай. Я сегодня как железо. Не перебивай меня, не перебивай. Это просто бесполезно. Алло. Алло, Северина, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте представлюсь. Меня зовут Александр. Я звоню касательно вашей регистрации на дополнительный доход. Вижу, Северина, ранее интересовались, верно? А когда я оставляла? Сегодня оставляли, буквально 10 минут назад. Ну если сегодня, я только оставляла, потому что я там 25 акций выиграла. Хочу получить их. Да, само собой, смотрите. Тем не менее, вот скажу заранее, что было бы намного выгоднее получать все время акции, правильно? В смысле получать? А как это можно получать акции все время? Так, точнее... Их же нужно покупать, а не получать. Да, да. Я вам скажу, что вот акции вы почему хотите? Давайте честно. Ну, хочу себе забрать эти акции, раз я их выиграла. 25 акций на 17500. Если не можете акциями, давайте в рублевом эквиваленте. Да, то есть вы пришли за акциями, потому что хотите получить с этого доход. А вот, Александра, у меня такой вопрос. Если там 25 акций на 17500, это что, одна акция 700 рублей стоит? Это где такие сейчас акции? Акции каких компаний по такой цене? На самом деле сейчас есть очень много компаний, которые акции стоят не так уж и дорого. Но тем не менее я вам сказал бы, что это, знаете, такая линерасовая. То есть дорого-богато за 700 рублей акция. Какой компании эти акции? Вы можете мне сказать конкретно? Так, ну, эти акции подбираются на ежедневной основе, то есть это не какой-то определенный, знаете, каждый день на день не приходится. То есть это разные акции компании бывают на разный день, поэтому вы уже будете определяться, когда будете получать. Нет, ну я так не согласна. Вы какую-то сейчас дезинформацию мне доносите. Потому что, ну, в таком плане, раз эти 25 акций были уже определены как подарочные, значит, уже те люди, которые этим занимались, я не знаю кто, рекламодатели или Сберинвесте, где я оставила свои данные, наверное же, они уже определили, какие акции туда входят. Поэтому я хочу их получить. Что вы один человек, который получает акции? Я думаю, что сейчас у вас просто шквал таких желающих получить свои 25 акций. Это называется... Верно. Это называется привлечение... Подождите, я не закончила, не перебивайте меня. Так, это называется привлечение клиентов. Привлечение клиентов. Вы меня привлекли. Давайте мне акции. Вы мне задали вопрос, вот, как так может быть, что акции еще не определены, то есть определенные. Я вам просто хочу объяснить, чтобы у вас было какое-то понимание. Потому что акции, которые вы сказали, они могут расти в цене или падать. Сами понимаете. Именно поэтому... При чем тут расти или падать? Да. При чем тут расти или падать? Что вы мне сейчас вот это вот забиваете мои мозги ненужной информацией? Там черным по белому было написано 25 акций на 17500. Или давайте мне 25 акций, или давайте мне перечисляйте 17500, и я уже эти деньги пущу на инвестиции на свои. А пусть те, которые были акции, пусть они меняются в цене, и я выберу те, которые хочу сама выбрать на 17500. Тем не менее, вот по критериям я должен определить, что вы за человек к нам пришел. Зачем? Начать наше знакомство с вопросом регламента нашей компании. Подождите, Александр, вы хотите со мной начать знакомство только ради того, чтобы выплатить эти 17500, то есть стоимость этих 25 акций, и вы будете со мной знакомиться? Вы так будете со всеми знакомиться, кто сейчас вам будет звонить? Вернее, кто будет оставлять свои данные в попытке забрать 25 акций. Вам было бы приятнее получать доход на, знаете, одноразовые какие-то акции или на ежемесячный? А вот давайте не будем меня спрашивать. Дайте мне сначала то, что я выиграла, а потом уже будем продолжать разговор. Куда вы мне будете присылать эти акции? Какое-то странное довольно-таки. Очень странное. Вы разместили рекламу, вы там 3 плашечки нарисовали, я на одну из них нажала. Мне выпало 25 акций, подарочных, подарунок, Александр, это подарунок, я его должна забрать. Так, подождите. Вы как-то, знаете, негативно как-то относитесь, я вот пытаюсь с вами построить диалог, а вы, знаете, гнете свои линии. Поэтому какой диалог? Дайте мне мои акции, а потом будем строить диалог. Давайте сначала мне разъясните, как мне получить эти 25 акций так, или 17500. Там так написано было. Вы мне предлагаете торговать. Подождите. Причем тут биржа? Вы мне мои акции дайте. Подождите, а как вы считаете, вам на ваш банк как-то акции пришлют? Или вы как себе это представляете? Велик. Ну а вы как себе представляете это, когда вот давали такую рекламу? Как вы себе представляли, как их отдавать, эти 25 акций? Ну вот, я вам пытаюсь объяснить это, но вы меня перебиваете, не слушаете. Понимаете меня? Да вы мне пытаетесь навязать какую-то торговлю этими акциями, а я хочу их получить. Если вы не говорите, что набор акций зависит от их цены, дайте мне тогда 17500, и я сама выберу те акции, которые я приобрету. вы получаете в виде акций, единоразовая выплата у вас выходит. Тем не менее, вы должны сначала вот понимать, что это за сфера, потому что, ну, как вы себе представляете, вот на банк, вы считали, что на банк получите или как? Ну, на банк, конечно. А куда же я еще получу? Я же не на руки получу эти 17 500. Или вы думаете, акции можно на банк перечислить? Вы расскажите мне, каким образом акции можно перечислить на банк. Вот вы понимаете, что на банк это невозможно, как-никак. Поэтому вы пришли, чтобы ознакомиться, как это возможно, правильно? Вы меня не слушаете еще. Ну почему? Раз невозможно перечислить акции, перечислите мне денежные средства в размере 17 500 рублей. Что тут непонятного? Я вам повторяю, что вы пришли за акциями, правильно? Там было написано, получите 25 акций или... на сумму 17 500. Вот, ладно, акции оставьте себе. Раз вы там подбираете каждый раз разные акции, дайте мне 17 500. А я выберу себе акции, те, которые я хочу. Поэтому я должен понять, что вы за человек, определенные критерии. В смысле, я выиграла акции, вы теперь будете понимать, какой я человек? Если вы к каждому так будете относиться, вы будете неделю разгребать эти свои 25 акций. Поймите правильно. Ну, бесплатный сыр только в мышеловке. Я думаю, вы сами прекрасно это понимаете. Ну вот началось. Опять обман. Ну, слушайте, а почему обман? Ну, потому что вы сейчас, я слышу по вашему голосу, что вы не хотите мне мои 25 акций отдавать. Или платить 17 500. Я это слышу в каждом звуке ваших слов. Северина, вы меня не слушаете, не хотите даже ознакомиться с какой-то информацией банальной. Само собой, у вас, ну, не будет никакого понимания. Вот вы вообще знаете, что такое инвестиции? Ну, конечно, так знаю. Влаживание средств. Что там? Дальше вам сказать? Покупай дешевле, продавай дороже, что ли? Или что вам еще сказать? Я так понимаю, все-таки был какой-то у вас опыт неприятный. Почему неприятный? Я прекрасно вот покупаю акции. Я просто вот всегда, знаете, когда общаюсь с клиентами, примерно уже понимаю, какой был опыт у человека. Когда он говорит, знаете, приятные вещи, приятно, когда у него все получилось, он, ну, не с такой интонацией разговаривает. Если мне какой-то менеджер говорит, что он не даст мне мои 25 выигранных мною акций, какой у меня будет голос? Северина, я вам не говорил, что вы не получите или так далее. Мне нужно просто подобрать критерии, чтобы вы просто смогли получить ваши акции на ваш банковский счет. Потому что у вас могут быть какие-то блокировка банков, там аресты счетов, банкротство, не дай бог. Ну нет у меня этого всего. Давайте дальше. Где получать? Я говорю, нет у меня ничего, никаких просрочек. Дальше что? Все, замечательно. Меня вот... Давайте, куда вы мне перечисляете мои акции? Я вам расскажу, что была такая ситуация, когда клиент скрыл данную информацию. И что? Когда выводил свою прибыль в виде акций, то есть когда их продавал уже и выводил на банковскую карту, то у него просто эти деньги списались. Ну, я... А ваша-то какая болезнь? Вы-то чего переживаете за это? Какой процент? Это подарок. Это мой подарунок. Какой процент? Вы из него ничего не получите. Хорошо. Александр, соберитесь, это подарок. Сирина, вы знаете, так общаетесь со мной как-то странно. Ну, тоже. Вы пришли сюда, чтобы получить акции, чтобы разобраться в данном деле. И что? Я должна на колени перед вами падать, что ли? Дайте мне мои акции. Так, что ли, вы это себе представляете? Я прошла по рекламе, получила подарунок. Отдайте мне мой подарунок. Слушайте, а какое у вас гражданство, Северина? Российской Федерации, с самого рождения. А, нет, было еще СССР. СССР было. Ну, представьте, значит, я родилась до 91-го года. Я вас понял, Северина. Слушайте, ну мы с вами так не сможем построить диалог, потому что, смотрите, вы просто не хотите выйти на какой-то контакт, тем не менее, давайте так. У нас люди, есть критерии определенные, вы должны быть гражданином Российской Федерации, это так? По-моему, мы только что об этом с вами поговорили. Вы только сообщались, но я хочу все равно уточнить данный момент у вас. Александр, вы делаете все, чтобы не отдать мне мои акции. Пожалуйста, продиктуйте адрес своего начальства, записываю. Я буду звонить ему и узнавать, почему менеджеры не выполняют своих прямых обязательств, обязанностей, то есть. Давайте, диктую. +7. Дальше. Вас может сказать мой руководитель, Роман Николаевич. Ну, слушайте, от этого ничего не изменится, Северин. Я уверен на 100%, что вы просто, ну, пытаетесь как-то, знаете, увести диалог. Тем не менее, я хочу какие-то критерии понять. То есть вы сейчас совершаете обман потребителя, что наказывается у нас уголовно. Есть определенные статьи, которые вы сейчас, Гражданского кодекса, которые вы сейчас нарушаете. И вы мне говорите, что я как-то не так с вами общаюсь. Ну как вы нарушаете мои права? То есть я выиграла подарок, и я должна сейчас получить свои подарочные акции, а вы этому препятствуете. Почему вы этому препятствуете? Есть определенный критерий. Вы разместили рекламу, там ничего об этом не было сказано. Там галочка стояла, что я являюсь гражданином Российской Федерации, и все. То есть это не меняет вашей ответственности. Вы будете мне акции давать или вы будете сопли жевать? В общем так, можете успокоиться нормально, а пытаюсь вам донести свою... Все, ну полежите тогда, подумайте над своей... Александр, вы еще здесь? Сашенька, алло. Хорошо, смотрите. Есть определенные критерии. Тем не менее, я так понимаю, вы с ними не ознакомились? Где я должна была с ними ознакомиться? Ну вот я собираюсь... Вы не можете этого предоставить, потому что вы жуете на ходу сопли. Дайте мне тогда товарища, который может мне ответить на мои вопросы. Вы не можете этого сделать. Общаться с моим руководителем? Давайте своего руководителя. И быстренько давайте. Слушай, не нужно вот это, знаете, как-то указывать мне, что мне делать. Вы менеджер или где? Вы низшее звено организации, вы менеджер. Вы не справляетесь своими обязанностями, дайте старшенького. Северина, вот хватит так общаться. Как будто вы какой-то человек, который пришел за 17 500. Это какая-то минимальная ставка, которую у нас получают пенсионеры, инвалиды. Минимальная ставка $100. $100 это 9200. Вы инвалид? Вот скажите мне. А зачем вам это знать? Ну, я вас спрашиваю, потому что есть определенные критерии, что у нас пенсионеры, инвалиды, госслужащие получают данный подарок. То есть, чтобы вы могли получить. У вас эти критерии. Вы... Значит так. Во-первых, там не было сказано ничего об этих условиях. Вы придумали их на ходу. Во-вторых, я госслужащий. Госслужащий. Хорошо, предоставьте вашу лицензию госслужащего. Ты что, дебил, что ли, Сашенька? Какая лицензия госслужащего? Хорошо. Ты вообще рехнулся? Ты где работаешь? Ты где живешь? Из какой ты страны? Лицензия госслужащего. Вообще, что ли, кукуха поехала? Дай старшего быстро. Дай старшего мне. Быстро. Забавная женщина. Быстро старшего. Тим-лидера. Тим-лидера мне. Кого? Тим-лидера мне дай. Придурок. Слушайте, вы, Северина, вот, ну, вообще какая-то, знаете, странная женщина. Я... Не более странная, чем ты. На ходу придумываешь правила. Вот я и хочу узнать, есть эти правила или нет. Старшего дай. Дай старшего. Не буду с тобой общаться. Старшенького мне давай. Дарья, все люди такие, как вы? Да, все, абсолютно. У нас южная кровь. Так что мы все такие. Быстро старшего мне давай. Слушайте, Северина, давайте так. Вы... Давайте, без давайте. Старшего мне. Или будешь лежать тут слушать. Знаете, я все-таки вот познакомлю вас со своим старшим. Если вы так хотите пообщаться с ним, хорошо. Алло, Северина, здравствуйте. Алло, меня слышно? Северина, почему молчите? Северина, давайте я представлюсь. Меня зовут Артур, я старший менеджер независимого проекта. Не перебивай меня, не перебивай. Я сегодня как железо. Не перебивай меня, не перебивай. Это просто бесполезно. Меня зовут Игорь Николаевич Сабуров. Приятно с вами познакомиться. Я из компании «Трендам», вас отвлекаю. Наталья, я обратил внимание, что были в поисках финансовой литературы, бесплатных курсов по строительству. может быть, по фондовым активам, верно? Это когда было? Уточните. Это было, ну, давненько, полтора месяца назад, если быть точным. Ну да. Просто, к сожалению, не общались конкретно с нашей компанией, с компанией Трендап. Вот я и хотел поинтересоваться, может, что-то для себя нашли, где-то начали работать или еще... Да, что-то где-то нашла и начала работать. Замечательно, как у вас успехи? Нормально. Понял. Просто смотрите, Наталья, у нас сейчас открылся набор в группы, то есть мы набираем людей, новичков, более опытных людей, и приводим к какому-то определенному результату, то есть, да, к стабильному заработку. Неважно, на какой, так сказать, инструментарий это будет происходить, просто у нас идет обучение, сопровождение и результат. За обучение вы не платите, мы зарабатываем только свой процент от прибыльных позиций, которые мы вам предоставляем. Поэтому я, исходя из этого, хотел бы немного поговорить с вами и предложить небольшой тестовый формат работы. Как на это смотрите? Ну, смотря что предложить сможете мне. Конечно, но это нужно понимать, исходя из того, что вам интересно. То есть, смотрите, есть три направления. Криптовалюта, товарно-сырьевая продукция и фондовые активы. Это акции, облигации и ПИФы. Подождите, как вас зовут, вы говорили, или я пропустила? Меня зовут Игорь Николаевич Суворов. Игорь Николаевич Суворов. Так вот, Игорь Николаевич, вы три назвали? Суворов. Ой, а что, и по фамилии, что ли, с вами общаться? Вы обалдели там, что ли? Нет, вы мне просто сказали, как... Ну почему? Ну зачем вы так говорите? Вы просто перепутали мою фамилию, я вас немного поправил. Я не Суворов. Да какая разница, собственно говоря. Ко мне... Вы не сбивайте меня. Не нужно меня по отчеству называть. В смысле меня не сбивайте? Просто... Хорошо, я слушаю вас. Так вот, вы назвали только три направления деятельности, а четвертую забыли, наверное. Может, вы мне напомните? Ну, я думаю, валютные пары. Это товарно-сырьевая продукция. В товарно-сырьевую продукцию входят драгоценные металлы, ценные бумаги, валюта, ну и там еще несколько среди контрактов, которые торгуются как акции. То есть товарно-сырьевая продукция, туда входит валюта. То есть какие-то... Если относиться, если смотреть, исходя... Это какие-то новшества за полтора месяца произошли? Да нет, на Московской бирже данный критерий уже присутствует порядка 3,5 лет, что просто, давайте я вам объясню. Наталья, до специальной военной операции у нас были прямые партнерские соглашения с лондонской биржей. То есть Московская биржа была поставщиком ликвидности у лондонской. Из-за санкций рынок Форекс у нас в стране перестал существовать. Рынок Форекс как раз-таки валюта. И поэтому, чтобы избежать каких-то санкционных моментов и заморозки активов, валюту решили перенаправить просто в другой актив, товарно-сырьевое направление. Это просто-напросто обход небольшой, вот и все. Понимаете? Это вам что, в новом скрипте написали, что ли, так, или как? О каком скрипте вы говорите? Ну, вы говорите сейчас мне, что Московская биржа была поставщиком ликвидности лондонской биржи. Да. Я правильно понимаю? Ну да. Такое может быть вообще, в принципе? Это тянет на Нобелевскую... Что в вашем понимании поставщик ликвидности? А в вашем? Вы же начали... За поставщика. Я спокойно могу ответить. Это, смотрите, это может быть юрлицо, может быть организация, которая предоставляет выгодные условия обмена в торговле. То есть за счет того, что есть какие-то большие объемы. То есть на Мосбирже, допустим, есть большие объемы валюты, и для того, чтобы ее реализовать, она является поставщиком ликвидности для лондонской биржи. Понимаете, да? Ну, если простыми словами, они друг без друга не могут производить капиталооборот валюты. Это если самыми простыми словами. Конечно, там есть отличие розничной торговли и многое другое. другое. Но это на самом деле сейчас не является никакой, ну, для нас важности не имеет. Ну да, конечно, какая разница, кто поставщиком ликвидности является. Но, насколько я знаю, поставщики ликвидности это банки могут быть, но никак не биржи. Ваш спич был направлен на новичка, наверное, да, который вообще ничего не понимает. Да? На самом деле, я вам честно скажу, я исхожу из информации, которую я читаю, применяю. То есть у меня конкретно, я понял, о чем вы говорите, про скрип и так далее, просто я не работаю в отделе продаж. Вот в чем дело. Это больше относится к отделу продаж. А вы в каком отделе? А, вот это по сопровождению клиентов. Отдел сопровождения у вас, да? Или как? Вы в каком отделе? Сейчас, на данном этапе, я вам ответил на этот вопрос. Угу, хорошо. Ну, расскажите тогда, как вы будете сопровождать. Можно поподробнее? Конечно. В этом проблем абсолютно нет. Смотрите, я, к примеру, вижу наше сотрудничество следующим образом. Только я хотел бы изначально задать вопрос. Вы для себя брокера какого-то определили или еще на этапах поиска? Я для себя определила акции, каких компаний я хочу приобрести. Остальное еще в поиске. Нужен брокер. Нет, для того, чтобы искать, мне брокер не нужен. Мне нужен для того, чтобы купить. Наталья, вы просто говорите о том, что я вас перебиваю, сбиваю с мысли, вы делаете сейчас абсолютно то же самое. Я вам хочу объяснить, в чем различие. Вы меня не слушаете. Вот смотрите, минуточку. Мы будем предоставлять вам информацию, готовые торговые рекомендации. Исходя из этих торговых рекомендаций, вы будете на своем брокерском счету приобретать активы. Поэтому я и спрашиваю, вы выбрали, допустим, брокера банковского, это там Тинькофф Инвестиции, Сбер, ВТБ, Альфа и многие другие. Или это частный брокер, такой как, допустим, Финам, либо БКС? Уже можно отвечать? Конечно, да, можно. Так вот, я вам сказала, но вы, наверное, меня не услышали. Я выбрала акции компаний, которые я хотела бы приобрести. Остальное пока я еще не выбирала. Так, я понял. Смотрите, Наталья, я вам честно скажу, я не хочу вас ни в коем случае обижать, но просто, знаете, у вас такое отношение ко мне надменное, как будто я вам что-то должен, что-то обязан. Просто, к сожалению, это не так, а может быть и к счастью. Поэтому, смотрите, дело ваше, я вам предложение сказал, я его могу еще раз повторить, если вы думаете, что там или не услышали, или не поняли. Наша компания предоставляет персональное сопровождение вас как клиента, предоставление торговых рекомендаций, новостей, четкого анализа. Вы где угодно открываете счет, работаете, в конце каждого месяца уплачиваете 5% чистой прибыли по брокерскому счету. А как же сопровождение? Если вам это интересно. А как же сопровождение? Да? Вы же говорите, что я открываю счет. Подождите, я вас не перебивала, выслушала. Теперь вы молчите. Вы сказали, что вы сопровождение осуществляете, но в то же время вы говорите, что я сама открываю счет, сама торгую, но в конце месяца я вам выплачиваю 5%. А мне какая радость вам 5% выплачивать, если я все делаю сама? Мы вас сопровождаем и даем вам четкую аналитику и карт-бланш того, как должен правильно выглядеть брокерский счет. То есть у нас будет аналитик, который будет это все помогать делать и предоставлять еще информацию помимо этого. То есть помимо обучения он будет говорить, вот, допустим, там, Наталья, добрый день, сегодня будут квартальные отчеты по Транснефти, выплаты дивидендов составят с одного минимального пакета 3,5 тысячи рублей. Я вам даю рекомендацию о покупке и удержании их на 1 квартал, допустим. Ну вот что-то исходя из этого. Я пример вам банальный привел, конкретно не рассматривайте сейчас эти акции. Вы мне только что сказали, что я буду все делать сама, на брокере, которого выберу сама. Нет, а тогда вы мне зачем? Я не так сказал. Я сказал, выбирайте. честно ответил на этот вопрос. Я вам сказал, выбирайте брокера, которому вы доверяете. Сейчас очень много мошенников, мошеннических организаций. Вы переводите куда-то деньги, они отображаются на каком-то ненастоящем счету. И, конечно, у вас вызывает это некие проблемы, недоверие и так далее. Поэтому, исходя из этого, вы выбираете брокера, а мы, как аналитический отдел, вам предоставляем информацию, на которую вы зарабатываете на этом брокере. Мы получаем свой процент в конце месяца. Так я же вам сказала в самом начале. Господи ты, боже мой, да что ж вы без перерыва-то говорите-то? Вроде замолчали, я пытаюсь вам ответить, и вы тут же начинаете разговаривать дальше. А потом будете говорить, что я вас перебиваю. Я вам сказала с самого начала, что я выбрала уже, какие акции я хочу приобрести. А вы мне теперь говорите, что кто-то меня будет сопровождать и говорить, что продать, что купить. Я не собираюсь продавать, покупать постоянно. Я хочу купить, чтобы свой портфель создать, а не торговать акциями, облигациями. Я понял. Тогда просто моя рекомендация, если у вас есть уже аналитика, если вы знаете, что приобретать, тогда мы, как компания, к сожалению, вам помочь не можем. Вы просто открываете тогда счет брокерский, переводите туда деньги, приобретайте активы. Просто вы можете в дальнейшем столкнуться с той проблемой, что те активы, которые вы захотели купить, не будут являться ликвидными, они не будут вам приносить доход. Но дело в том, что те активы, которые я хочу приобрести, они не на всех брокерах торгуются. И в банках я их, не во всех банках я их находила. А некоторые даже вообще не нашла. Например? Например, акции Якок. Якутский какао-обогатительный комбинат. Еще хочу акции Роснефть, Юж-Урал-Золото, Юж-Урал-Никель. Смотрите, Роснефть вы можете купить где угодно, акции Якутского какао-обогатительного комбината. Вот я их нигде не нахожу. Всего идут, потому что они идут не обычные, именные, они идут привилегированные. Данные акции вы можете покупать только если у вас есть статус высококвалифицированного инвестора. Это у вас должно быть на брокерском счету от 5 миллионов рублей. Тогда у вас будет доступ к этим акциям. Ну не от 5, от 6. Я являюсь квалифицированным инвестором. И привилегированные акции у меня есть. Я знаю, как наши с вами... У нас немного, знаете, такая напряженка теология. Я предлагаю абсолютно ее убрать и предлагаю следующий вариант. Давайте мы просто... Вот у меня, допустим, статус-квала нету, но я вам предлагаю обратное. Давайте вы мне покажете свой счет, покажите свою процентную доходность за квартал, не за год, за квартал. А я вам покажу свой брокерский счет. На каком основании? Вот вы смешной. Просто? Нет, при чем тут? Нет, почему? Ну вот, допустим, у меня за квартал получилось 42%. Я уверен, что вы мне не верите. Ну, а я вам готов показать. Ну, просто в обмен этой информации я хочу получить информацию о вас. Не то, что, чем вы занимаетесь и так далее, а как вы работаете. Просто честно, я не уверен, что у вас есть статус балла. Ну, если вы не уверены, я не могу здесь вас разубеждать. Но предоставлять предоставлять кому-то информацию о своих счетах, о своих действиях я не намерена. Это мои персональные, моя персональная информация. И я ее не намерена разглашать. Так понятно? А вы можете верить, можете не верить, как хотите. Просто, понимаете, оно, если у нас будет сотрудничество изначально построено на недоверии, на обмане, мы ни к чему не придем. Ни к чему. Поэтому для того, чтобы убедиться, мы могли друг другу доверять и верить, вынужден этот этап. Он вынужден. Мне этот этап не нравится. Ну и что? А я вас просто по факту позже познакомлю с аналитиком. Он будет думать, что вам нужно предоставлять это, его вам не нужно обучение, а вы, ну, не в обиду вам, а вы, допустим, новичок. Я же вам сказала, что я не новичок. Наталья, ну тогда у нас, к сожалению, с вами сотрудничество не получится, потому что, еще раз говорю, на данном этапе, исходя из нашей с вами ситуации, это, к сожалению, вынужденный этап. Я не прошу у вас пароль, я не прошу у вас еще что-то, номер карты и так далее. Я просто хотел, чтобы вы показали процентную доходность за квартал, в этом ничего вообще нет такого, лично я считаю. А я считаю, если что я не обязана это делать, и я не хочу этого делать. Не обязаны. Ну и все. Не обязаны. Поэтому вы можете как бы самостоятельно работать, я вам желаю успехов. Мне кто-то другой позвонит, и мы все-таки дойдем до пополнения. Да, конечно. Хорошо. Я вам желаю успехов. И не на техническом минимуме, а по-взрослому будем вкладываться. Хорошо. Счастливо вам, Наталья. Я вам желаю только успехов. Прощайте. Прощайте. А почему вы мне ничего не пожелаете? Нет, не пожелаю. Понятно. Вы обиделись, да, на меня? Ну, Наталья, если чем-то вас обидел, вы извините меня, конечно. Ну, ничего вроде бы не пытался и не хотел. Всего доброго. Не перебивай меня, не перебивай. Я сегодня как железо. Не перебивай меня, не перебивай. Это просто бесполезно. Алло? Алло, Велена, здравствуйте. Добрый день. Велена. Добрый день. Меня зовут Дмитрий, привет, с вами познакомиться, Велена. Я вижу, вы ранее интересовались дополнительным заработком, но, к сожалению, к нему не приступили. Как понимаю, у вас банально какие-то сомнения возникли, верно? Вы кто? Я вам представился, как меня зовут. И что? Я должна была... Какой я должна была сделать вывод? Велена озвучил, послушайте меня, озвучила цель своего звонка. Что вам было непонятно? Из какой организации вы? Газпромбанк инвестиции. Ну вот это было мне непонятно. Почему вы сразу... Я и спросила, что тупишь? Да ты не переходите со мной, Велена. Вы с вами вроде бы... Тогда, значит, нормально общаться надо. Я с вами нормально общаюсь. Не кричите, Велена. Нет, ненормально. Что хотели? Почему нервничает? Что хотели? Наша компания обратились, а к заработку не приступили. Ну и теперь давайте говорите, когда я это обращалась. Месяц назад. Не обманывайте. Месяц назад обращались. Не обманывайте. Я вас не обманываю. Это было 3 месяца назад. Нет, это было не 3 месяца назад. Нет. Мы обращались месяц назад, Елена. Это было 3 месяца назад. Вы меня вводите в заблуждение. Сейчас что вам от меня надо? Узнать причину отказа вашего, Велена. Ранее общались, а к заработку не приступили. Общались, мы составляли какой-то договор? Нет, договор не составляли. Нет? А как вы узнали, что я должна была приступить к чему-то? Потому что к заработкам обратились, Велена. А где это записано? Еще раз, у нас есть договор? Заявка есть. А договор есть? Нет договора, Велена. Какой договор? Вы в своем уме? Нет договора и договор, нет приступить. Какой договор? Какой договор, Велена? О намерениях. Какой должен быть договор? О намерениях. Какой договор должен составляться? Скажите мне. Если вы рассказываете мне о каком-то договоре, скажите какой. Ты что троишь? Я уже трижды сказала о намерениях. Меня слушать надо. Какие не перебивать. О нашей с вами, о наших с вами взаимоотношениях. Вы по рекламе перешли, номер телефона свой оставили, Велена. И все? Связался менеджер. Вам что-то не подошло? И все? Отказались. Я звонил узнать причину отказа вашего, Велена. Какие договора, какие намерения? Ну, я просто так на слово никому не верю и не начинаю никакие действия. Только после заключения договора. Чтобы с информацией ознакомиться, вам никакой договор не нужен, Елена. А какая была информация? Меня ознакомили с ней? Вас ознакомили. Значит, мне что-то не подошло, поэтому я не приступила. О, что логично. Не подошло, подскажите мне. Да откуда ж я помню? Ну, логично, это было 3 месяца назад. 3 месяца назад было. Я не помню. Нет, месяц назад это было. Я не помню. От того, что вы сейчас меня долбите, я не вспомню. Что за тупизна-то такая, а? Успокойтесь, Елена. Почему вы лучше успокойтесь. Очень хорошее было, пока вы не позвонили и не испортили его. Давайте его оставим, короче. Давайте к заработку приступим, Елена. Сегодня уже заработаете, поднимите себе настроение. Да я не хочу зарабатывать, у меня есть работа, на которой я работаю. Так а вы к нам обратились за дополнительным заработком зачем? Я за заработком ни разу никогда никуда не обращалась. Я за дополнительным доходом обращалась. Вы почему меня перебиваете? Что за скотское отношение? Я не могу понять. Вы позвонили, вам надо что-то от меня узнать, и вы тут же меня перебиваете, не даете сказать и слова. Наверное, так и было в прошлый раз, поэтому я и не приступила, потому что вы вот такое вот быдлячество свое показываете. Успокойтесь, хорошая моя. Зачем вы кричите? Это так Газпромбанк инвестиция общается? Да. А как еще общаться, Велена? Мивины пойди пожри. Это вы кричите на меня, Велена. Обзываетесь. Некультурно себя ведете вы, Велена, а не я. Это у вас с нервной системой какие-то проблемы, понимаете? Из-за того, что вы из-за одного звонка начинаете кричать сразу на человека. Вы не умеете общаться. Все, точка. Я умею общаться. Не умеете. Давайте не будем. Давайте поставим запятую и продолжим. Я с вами не буду ни запятых, ни двоеточий ставить. Даже многоточие не буду ставить. Билета. А что будете ставить? Вопросительный знак и пошел нахер. Не надо такие слова говорить, Елена. Ну почему же? Может, не обидно. Вот а меня это должно, касаться, что ли, или как-то задевать то, что конечно, тебе обидно. Должно. Но обижайся, конечно, на обиженных воду возят. Да вы что? А что еще делают? Ну, как сказать? Смотря что. Короче, что тебе надо? Я пришла с работы, мне нужно пообедать. Ты тут звонишь и сопли жуешь. Тебе что нужно? Чем обедать будет? Что будете на обед кушать? Ой, какая тебе разница, что я буду есть? Кушать будешь ты. Кушают. Вот через 20 минут тоже обед, через 20 минут. Так вот кушают, это низшее сословие. Низшее сословие, они кушают, а я буду есть. Потому что я буду едят, а не кушать. А вот ты будешь кушать. Что будете есть? Какая тебе разница? Ну, просто интересуюсь. Хамара под аямом. Это что такое? Это какая кухня? Это рыбная кухня. Рыбная кухня? Да. Первый раз я такой слышу. И что? Может, рыбное блюдо? Ладно, ты полежи, я сейчас пообедаю, а потом продолжим. Нет, не надо. Вы всегда так делаете, Елена, вы всегда телефон кладете и уходите. Елена, вернитесь ко мне. Нет, ты меня достал. Елена? Нет, идите сюда, Елена, не надо уходить от меня. Вы для приличия могли хотя бы сбросить трубочку. Нет, не могу, тогда тебе за звонок заплатят. Можете. А мне не платят за звонки, Елена. Ну, тогда посиди на трубочке немножко, пока я поеду. Нет. Возьмите меня к себе, Велина. Давайте обсудимся дальше. Вы же меня слышите, правильно? Нахрен ты мне нужен? Вот, слышите меня, Велина. Давайте обсудим вашу регистрацию. Вы мне подскажите, сколько вам полных лет и какое у вас гражданство, чтобы я понимал, что можем сотрудничать. Ты дебил? Так подскажите мне, Велина. Подсказать, дебил ты или нет? Я ж не знаю, но, по-видимому, да. Елена, я другой вопрос вам задал. Сколько лет вам, Елена? Каждый год по-разному. Елена? Конечно. А вот в этом году вам сколько? Не твое дело. Это секретная информация какая-то, Велена? Да, очень. Нет, неправда. Сколько лет вам? Правда, Сеня, это очень секретная информация. Да? Больше 18, Велена. Дать тебе кусочек? Держи. Велена, с кем вы там общаетесь? Тебе-то что? Тебе-то какая разница? Так вы со мной сейчас общаетесь, зачем отвлекаетесь? Это не культурно. Вы же культурная женщина, правильно? Клади трубочку. Кто-то о культуре мне рассказывает. Я пообедаю, потом будешь звонить. Ну не хочешь, значит торчи дальше. С пустотой общайся. А я буду обедать. Давайте, нет, Велена, вы меня слушайте, давайте продолжим диалог с вами. Зачем вы к нам обращались, скажите? С какой целью? Велена, не стучите по тарелке. Велена, вернитесь к диалогу, Велена. С полным ртом нельзя разговаривать. Когда я ем, я глухо не... А зачем вы разговариваете? Так, а зачем сейчас с полным ртом разговариваете? Сожевали? Велена, а сколько вам времени нужно на то, чтобы вы доели? Велена. Придурок. Не перебивай меня, не перебивай. Я сегодня как железо. Не перебивай меня, не перебивай. Это просто бесполезно. Алло. 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 Вас не слышно. Меня не слышно? Ну, теперь слышно. Вы кто? Меня Александр. Приятно с вами познакомиться. Угу. Откуда вы звоните и кому? Ну, я набираю именно вас. Хотел именно с вами меня пообщаться. Ираида, это правильно вы? Угу. Ираида Самсоновна. А вот, я просто вижу, что вы интересовались заработком для себя. Так. Ну вот, ну, в сфере биржевой торговли, финансового рынка, то есть направление для себя очень активно. Просто вот понять не могу, что вам не подошло, почему так и не приступили. Может, были какие-то, знаете, оплошности со стороны работы менеджеров, возможно, вас что-то смутило или вам не подошло. Ну, либо, знаете, скажем так, даже на личном фронте какие-то проблемы возникли. Всякое бывает. На личном фронте проблемы, это как? Да. Ну, знаете, вот я имею в виду, что вот у вас возникли какие-то трудности в этом плане. Что-то не понравилось, что-то не подошло, либо, вот знаете, вообще не поняла. Александр, вообще не поняла. Какие трудности на личном фронте? Это как? Ну, личного характера проблемы, может, возникли, из-за которых не смогли приступить. А когда я не смогла приступить? В недавнем времени. Ну, в недавнем времени это когда? Да, это вот, как я вижу, оставляли свою регистрацию 3 месяца назад. Ого, недавнее время. Ну, знаете, это вот уже... что мы обрабатываем заявки, как правило, в течение полугода, то это нормальная практика. Вот, да я бы хотел просто узнать, что вот вам не подошло. Я вижу, что вы общались с менеджерами ранее, вас набирали. А там имен нет? С кем я общалась? Может быть, я по времени, по имени? И все? Дмитрий Муратов и... Да. И Виктор. Виктор Левин. А, Виктор Ленин. Левин. Не Ленин. Да. Честно говоря, не помню. Может, что-то и не подошло. А может быть, вы озвучите, какая вы организация, какие условия, я вспомню. Все очень просто. Я собираюсь в организацию ЭС, вот. Мы являемся брокером, и вот вы интересовались для себя проектом инвестиционным по «Газпрому». Вот вас было так хорошо слышно, а сейчас стало плохо слышно. И плохо я не услышала, какая организация. ЭСМА, компания ЭСМА, мы брокер, компания-брокер. И вы интересовались для себя проектом общественным инвестиционным по «Газпрому». То есть, я понимаю, вы хотели бы стать обладателем активов «Газпрома», либо в целом национальной компании, вот, чтобы можно было уже на тех или иных ресурсах зарабатывать. Обладателем компании я бы очень хотела стать. Ну, не компании, а активов. Угу. Ясненько. И какие условия вы предлагаете? Смотрите. Ну, просто я ЭСМу не слышала. Устно вы не ознакомлены. Ну, все, в принципе, достаточно просто, что здесь мы предоставляем вам в общей степени менторство, да, и наставничество. Где вы, собственно, и будете обучаться, скажем так, азам трейдерства, да, чтобы уже можно было самостоятельно вот находить ликвидный продукт и в целом, и в общем, да, самостоятельно зарабатывать вот в сфере биржевой торговли, ну, то есть в сфере инвестиций. Ну, кто знает, какие вы цели будете для себя преследовать, да, может, у вас есть какие-то свои желания, свои прихоти, вот свои амбиции, ну, или, знаете, целью развить какой-то свой бизнес, собственное дело. Но, тем не менее, да, вот я понимаю, что у вас есть основная сфера деятельности, которой вы уделяете время, ну, и свое внимание. Угу. А вы можете мне подсказать ваш ИНН? ИНН? Да. Ну, просто я смотрю, что компания «ЭСМА», официальный сайт производителя. Купить миостимуляторы, тренажеры для профессионального и домашнего применения, косметологии, спортивного. Ну, в общем, мне миостимулятор не нужен. Есть еще официальный магазин. У вас там кто-то сзади кричит громче, чем... European Securities and Markets Authority. Вы слышали? Нет, не услышала. Расшифровка аббревиатуры. Еще раз скажите. European Securities and Markets Authority. Ну, маркет – это магазин, а вы говорите, вы брокер. Маркет – это не магазин. Ну, давайте ИНН. Вы же российская компания. Продиктуйте мне ИНН. Я могу продиктовать вам лейкод. Лейкод – это я вам значит, его предоставить. Это значит, вы не зарегистрированы в России. А не зарегистрированы вы в России, значит, вы не можете сотрудничать с «Газпромом». Ни с одним из «Газпромов». Ну, к сожалению, вы ошибаетесь. Ну, почему же? А кто является вашим регулятором? Регулятором? Да. ЭСМА. Александр, не смешите меня. Я же вас и набираю с финансового регулятора. Я вас и набираю вот какой-то коммерческой конкретной организации. Ой, ну дальше можно уже не продолжать. Что не продолжать? Я же говорю, что я вас набираю с финансового регулятора Европейского Союза ЕСМ. Угу. Да, я все поняла. Что вы поняли? Ну, что... Мне задача не работать с вами. Мне задача не работать с вами. Никакой вы не брокер. Никакой вы не брокер, Александр. К сожалению. Мне не работать с вами и не сотрудничать. Вы меня можете послушать, Райт? Мы, значит, не сотрудничать с вами не работать, да, а предоставить вам возможность в целом работать с компанией конкретно и предоставить вам данную компанию в распоряжение, чтобы вам помочь создать брокерский аккаунт. Вы посредник посредника, подождите, вы можете меня послушать? Вы мне ответьте на один вопрос, и потом внятно будете разговаривать. Я не понимаю ваших слов. Для начала меня просто не перебивайте и будете все понимать, хорошо? Внятно тогда разговаривайте со мной, хорошо? Я говорю внятно, я вам просто рекомендую для начала. Давайте, я слушаю телефона к себе к уху, а потом, может, тогда вы будете меня слышать. Я вас слушаю внимательнейшим образом, только без хамства. Если будет хамство, я положу трубку, уберу трубку. Я хамство слышу в твою сторону. Куда вы берете? Давайте мы не будем хамить друг другу. Иначе вы дохамитесь до несозвученной. Я не хамлю. Вы хамите. Начинаете говорить про трубку, которую поднести к уху. Мне, может быть, в ухо телефон засунуть. Можете, если вам это поможет меня более отчетливо слышать. А может быть, вы отчетливо будете говорить? Не перебивай меня, не перебивай. Я сегодня как железо. Не перебивай меня, не перебивай. Это просто бесполезно. Алло. Ираида, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Алексей, я являюсь специалистом по проекту «Газпром». Вижу, вы ранее нами интересовались, верно? Да, интересовались. Вот. Также вижу, Павел с вами ранее общался, и вы с ним еще в работу не приступили до сих пор. Вы мне подскажите, у вас были какие-то трудности? Нет, у меня трудностей никаких не было. А почему тогда не приступали в работу? А мы что, подписали какой-то договор о намерениях? И я его нарушаю? Зачастую показывает практика, когда люди оставляют свои данные, они в тот же день приступают к работе. Да? А мы не заключали договор никакой. Давайте вышлите мне рыбу договора, я почитаю, подпишу и начнем работать. Вы мне тогда скажите изначально, чтобы я понимал на будущее. С какой целью вы оставляли свои данные? Ну, инвестировать, наверное. Как называется проект? «Газпром». Нет. Там было написано «Газинвест». Вы, возможно, обращались еще в другой проект? Нет. Вот именно на этом «Газинвест». То есть инвестиции. Вот я и хотела инвестировать. А так как мы с вами договор никакой не заключали, я имею право не приступать к работе. Хорошо, я вас услышал. В какой форме вы хотите получить свой договор? Вы мне высылаете на электронку, я читаю, подписываю или вносим изменения какие-то, корректировки, и, о которых мы согласовываем между мною и вами. И все, и подписываем с обеих сторон и приступаем. Обычная практика. Вы мне подскажите, пожалуйста, вы на каких условиях хотели бы приступить в работу, чтобы вам было в первую очередь комфортно? Ну, я думаю, это в договоре будет все отражено. Да, верно. Но могли бы с вами сейчас согласовать некоторые моменты, которые вас интересуют. Я еще не видела договора. Я понимаю. Я не видела договора. А что мы будем с вами согласовывать-то? Я должна прочесть договор. Я бы были готовы приступить в работу. Это будет в договоре. Не перебивай меня, не перебивай. Я сегодня как железо. Не перебивай меня, не перебивай. Это просто бесполезно. Алло? Алло, Изабелла, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Дмитрий. Вы интересовались дополнительным доходом. Подскажите. Сейчас, секундочку, Дмитрий, подождите секундочку. Ожидаю. Дмитрий, я с вами. Я вас слушаю. Вот. Отлично. Изабелла, подскажите ваш возраст и гражданство. Зачем? По регламенту нашего проекта мне нужно уточнить эту информацию. Какого проекта? Вы кто? Мы. Компания при поддержке «Газпрома». Компания при поддержке «Газпрома»? А компания как-то называется? Да, «Байбит». «Байбит»? Все верно. Так вы брокер? Не перебивай меня, не перебивай. Я сегодня как железо. Не перебивай меня, не перебивай. Это просто бесполезно. Алло? Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Мария. Звоню по поводу вашей регистрации на инвестиционном проекте при поддержке «Газпром». Оставляли заявку, помните? При поддержке «Газпром» не оставляла, сама оставляла, да. Так, а вы как называетесь? А куда же вы, куда именно оставляли заявку? Газинвест было написано. А вы про какую заявку говорите? Когда? Когда я оставляла заявку? Смотрите. Вы оставляли заявку 5 числа. 5 числа. Какого месяца? Этого месяца. Вы общались. Июля. 2 недели назад, да? Да, вы общались с нашими сотрудниками. Угу. Подскажите, что не подошло, не понравилось, может, что-то было непонятно? А скажите, с кем я общалась? Что за сотрудники ваши были? Имена у них есть? Мария. Я не знаю, с кем вы общались. Тогда почему вы решили, что я общалась? Потому что я вижу, что вам уже звонили. Ну, давайте вернемся назад. Кто мне звонил? Наши сотрудники. Вы с ними общались, правильно? Ну, я ж не знаю. Вы даже не знаете. У вас там написано, вы мне не можете сказать. А я 2 недели должна помнить, что мне кто-то звонил. Так вы не помните, звонили вам или нет? Нет, конечно. Хорошо, ничего страшного. А вообще, как опыт у вас раньше был в сфере инвестиций? Понимаете, что это? Конечно, понимаю. Кто в наше время не понимает, что такое инвестиции? Ну, есть люди, которые не знают. Да не может такого быть. У нас в школе преподают экономическую грамотность. Ну, по голосу есть такие, кто не знает. Мария, я по голосу слышу, что вы еще, наверное, и школу-то не закончили. Какой вы класс закончили? После какого ушли из школы, если ушли? А то, может, на каникулы пришли подработать? Послушайте, вы настроены вообще на работу или просто так оставили заявку, чтобы потратить чьё-то время? Ну, я так полагаю, что у вас от жары мысли немножко кипят. Не перебивай меня, не перебивай. Я сегодня как железо. Не перебивай меня, не перебивай. Это просто бесполезно. Алло. Алло, Виктория, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Виктория Миронова. Так же, как и вас. Очень рада с вами познакомиться. Я вижу, что вы проходили регистрацию по проекту «Газпром». Но еще не активировали ваш торговый счет. У вас возникли трудности? Или, может быть, не до конца разобрались? Виктория, вы откуда звоните? Откуда, с какой страны, этого города вы имеете в виду? Из организации какой? «Газпром». Прям вот «Газпром», «Газпром». ПАО «Газпром»? Виктория, «Газпром». Не перебивай меня, не перебивай. Я сегодня как железо. Не перебивай меня, не перебивай. Это просто бесполезно. Алло. 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 Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Меня Максим зовут. Приятно познакомиться с вами. Я звоню по поводу вашей регистрации на дополнительный доход. В Тинькофф Капитал свою заявку оставляли, помните? А можно уточнить, когда? Оставляла, ну, когда? Вам нельзя. Передайте трубку мужу, и я с ним поговорю. Почему? Потому что это не врать на регистрацию. А вы тогда давайте начнем с того, вы кто? А вас это не касается, я звоню кому? Вообще это мой телефон. Так что можете кому угодно звонить. Хоть в колокола бить. Ну, если вам заняться нечем, звоните в колокола. Но это я вам звонить. Вы звоните, а не я. Я звоню человеку, который оставил регистрацию. Значит, держите своего мужа в уздечке, чтобы он не оставлял ваш номер телефона в регистрации. А давайте вы мне не будете говорить, что мне надо делать. Или что? Так а почему вы дерзите? Так вы не ты быдло какое-то, ты не назвал, как тебя зовут, откуда ты звонишь, и начинаешь мне тут требовать, предъявлять. Вам нужно уши помыть, значит, вам нужно уши все, помыть. Все, пошел мой и уши, сказал, и ноги, и писюн свой помой, всю чау. Ну, семейка, конечно, Адамсы, до свидания. Не перебивай меня, не перебивай, я сегодня как железо, не перебивай меня, не перебивай, это просто бесполезно. Алло. Алло. Ну вот опять. Я вас не слышу. Алло. Алло. Ирина, добрый день. Вы меня слышите? Ну да, теперь слышу. Прекрасно. Меня зовут Кристина. Ирина, я очень рада с вами познакомиться. Я являюсь менеджером инвестиционного проекта компании «Газпром» и хочу поздравить вас с успешно пройденной регистрацией. Ирина, я звоню вам буквально на пару минут. Скажите, пожалуйста, что больше всего вам понравилось в рекламе нашей компании? Кристина, вы сказали, да? Да. Если у вас будет прерываться связь и вот этот вот галдеж не прекратится на заднем фоне, я с вами разговаривать не смогу. Ириночка, я на работе, я ничего я не могу Ириночка. С этим поделать. Я не Ириночка. А как вас зовут? А как вас зовут? Написано? Ну я же не говорю Кристиночка, ну так и обращайтесь. А можете говорить. Хорошо, да, Ирина. Конечно, может там бабка сидит 90-летняя, а я буду ее Кристиночкой называть. Шутите? Простите, пожалуйста, ну давайте с вами пообщаемся. Что вы знаете о компании «Газпром»? Вы какая компания? Вы откуда звоните? «Газпром», компания «Газпром». Что вы знаете о нашей компании? Кристина, вы звоните из ПАО «Газпром»? «Газпром», все правильно. «Газпром», первые буквы какие? Что? «Газпром». «Газпром» — это что за компания? Это ПАО «Газпром»? Ну не тупите, если вы там работаете. Вы знаете, что это публичное акционерное общество. ПАО – публичное акционерное общество. А вы этого не знаете, видимо. Знаем. Все мы знаем, Ирина. Это самая крупная компания в стране, так как занимается добычей и продажей газа и нефти. А мы с вами на этих ресурсах можем зарабатывать. Как вы хорошо рассказали о своей компании. Что вы еще о своей компании можете рассказать? Ирина, как давно вы интересуетесь дополнительным заработком? Нет, так дело не пойдет. Вы мне позвонили для того, чтобы спросить, как я давно этим интересуюсь, или вы хотите мне что-то предложить? Да. Что да? Что вы знаете об инвестициях? Я пришла экзамен сдавать, что ли? Или где? Кристина, соберитесь. Просто мне важно знать. Я не экзамен пришла сдавать. Я оставила свою регистрацию, чтобы заниматься инвестированием. Я хочу купить акции. Прекрасно. Я вам не буду отвечать на вопросы, что я знаю об инвестиции. Я не в детском саду и не на экзамене. Прекрасно, но мне же важно знать, разбираетесь ли вы в этом, понимаете? Зачем вам это знать? Чтобы помочь вам зарабатывать. От того, что я буду знать, что такое инвестиции, я начну зарабатывать? Вы себе я помочь что не можете? Объясню. Сидите Смотрите. Там за гроши работаете, а вы мне собрались помогать. Может, давайте к делу перейдем? Ирина, наша компания заинтересована в том, чтобы каждый наш клиент зарабатывал как можно больше, потому что мы имеем 10% от чистой прибыли каждого нашего клиента. Кто вы имеете? Ваша компания? Да. То есть «Газпром» 10% имеет клиентов. Да. За что? За какие такие услуги? Да, правильно. За что имеет 10%? Что вы такого делаете, что мы 10% должны? Вы инвестируете, а мы имеем с этого проценты, понимаете? Нет, не понимаю. То есть за то, что я внесла какие-то средства... давайте разберемся. Помолчите. За то, что я внесла какие-то средства, я должна буду платить «Газпрому» 10%? Нет, вы платите не нам. Это 10% от чистой прибыли вашей. От чистой. Вы только что сказали от инвестирования. Смотрите, когда вы проходили регистрацию в нашей компании, вы указывали свои данные, и на те данные, которые вы оставили в регистрации, уже была открыта ячейка на государственной московской бирже. И деньги остаются у вас. Также у вас открывается ваш собственный счет, как в банке, только на бирже. И вот там открывается счет, а не у нас, понимаете? И когда вы открываете свой счет, то вы привязываете его к своему номеру телефона, как в банке при открытии счета. Вот вы когда покупки делаете... Там... Кристина, вы перескакиваете. Почему? Я же вам объясняю. Я у вас спросила, а вы мне что объясняете? Я вам вопрос задала, а вы мне отвечаете на какой-то другой вопрос, который я вам не задавала. Я вам объясняю, куда... вы инвестируете, что вы с этого имеете, понимаете? А я вопрос задала, что я буду платить 10% за то, что я инвестирую? Нет, это от чистой вашей прибыли. Мы зарабатываем 10%, мы ничего у вас не берем. Нам не нужны ваши деньги. Стоп! Я вообще не то спрашиваю. Про деньги я вообще ничего еще не спрашивала. Итак, Ирина, давайте так. Прекрасно, что вы выбрали нашу компанию для своего первого опыта. Давайте разберемся. Поскольку я со своими клиентами привыкла работать на долгосрочной основе, мне очень важно и для вас подобрать самый выгодный вариант заработка. 2 дня вы на долгосрочной основе работаете, что ли? Как вы можете, Ирина, давайте мы с вами для начала познакомимся. На долгосрочной основе. Все, мы уже с вами познакомились, мы уже с вами работаем. Нет, вот я говорю, вы 2 дня работаете, вы все поперепутали. Прекрасно. Вы не знаете никаких определений, пытаетесь у меня узнать. Вы путаете мягкое с зеленым. Вы не знаете, что такое чистая прибыль, что такое инвестирование. Ирина. Там есть кто поумнее? Дадите мне поумнее кого-то. Ну, потому что вы не отвечаете на мои вопросы. Надо. Она сказала, мне нужен кто-то другой. Конечно, переключаю. А гарнитурку-то не отключила. Ирина, сейчас. Угу. Сейчас да, я вас соединю с экспертом финансового отдела. И он вам поможет разобраться. Да. Вот давайте с экспертом. Вот эксперт мне нужен. Я сейчас вас соединят с экспертом финансового отдела. И он вам все объяснит. Подождите, Ирина. Уже дважды я услышала это. Минутку. Там такие вопли. Наверное, эксперта ищут, да? А, даже так. На паузу, на удержание меня поставили. Ну ладно, подожду. Добрый день, Ирина. Здравствуйте. Да, Ирина, приятно познакомиться. Ну только вы не тупите, финансовый отдел компании. Ага. Не молчите, а давайте мне рассказывайте все как на духу. А то ваша Кристина меня уже, честно говоря, выбесила. Это отлично, Ирина. Я вас с этим поздравляю. Давайте разбираться. Так, спасибо, давайте. Еще раз, меня зовут Илья, да, финансовый отдел компании. Давайте вы не будете меня перебивать. Если вы вежливая женщина, вас должны были этому учить, как минимум родители. Так, я клиент. Я когда хочу, тогда я буду вас перебивать. Я буду задавать вопросы тогда, когда мне это удобно, а не тогда, когда вам. Прощайте. Ну тогда вы нашей компании не подходите. Прощайте. Сбрасывайте трубку. Ну еще бы. Нет. Вы позвонили, ну, вы сбросите. Сбрасывайте трубку. Вы позвонили, вы сбросите. Свобода. Нет, вам же не заплатят. Понял, и на медину вам не хватит, если вам не тратить, заплатят. Обязательно. Клади трубку. На медину не хватит? Конечно. Понял. А вы где? Вы из Харькова, я так понимаю, что у вас медина там, или откуда вы, или вы с ЛНР где-то? Я не буду говорить, где я, но то, что ты не с москвич, это точно. И что запомни раз и навсегда, Газпром с физическими лицами никаких дел не имеет. А я вам звоню не от Газпрома, а Газпром инвестиций. Это разные подразделения. Ну да, и тебя переключили. А я вам не предлагаю дела, мы вам предлагаем инвестиции. И тебя переключили с Газинвестиций на Газпром, да? Потому что Кристина представилась, что она ПАО Газпром. Не обучили девочку. Наверное, через постель получила свою должность. Ирина, если вы в свои года занимаетесь тем, что общаетесь с людьми по телефону, то, скорее всего, чем-то вы в своей жизни занимаетесь этим, если вы готовы тратить свою жизнь на такую ерунду. Не перебивай меня, не перебивай. Я сегодня как железо. Не перебивай меня, не перебивай. Это просто бесполезно. Алло? Алло, Ираида, здравствуйте. Здравствуйте, не услышала, как вы меня назвали? Ираида. Слушаю вас. Вы кто? Верно, или я ошиблась? Нет, в этом вы не ошиблись. Вы кто? Меня зовут Яна. Я являюсь представителем компании «Газинвест». Звонила по поводу вашей регистрации. Так как я вижу, что вы прошли регистрацию, интересовались заработком, но к работе не приступили. Могу я узнать причину? Нет, не можете. А почему не могу? Ну, во-первых, вы как-то начали очень нехорошо со мной общаться. Ну, так, как будто я вам что-то должна. А я что, обязана была приступить к работе, что ли? Какой-то. Ираида, почему вы так воспринимаете? Я просто приветствую вас. Нет, вам... Вы не умеете общаться. Нет, я не умею. Вы не умеете общаться, конечно. А как, по-вашему, я должна была с вами общаться? А вас этому я должны вас были научить. Я вас обидела. Вас должны были этому научить. Конечно, перед тем, как посадить с гарнитурой у компьютера. Да. Так чем же я вас обидела, получается, или как? Да ничего не обидели. Говорите, что я неправильно начала с вами общаться. Вы слишком наглая девица. О, сейчас вы меня уже оскорбляете, грубо со мной разговариваете. Я не почему же вы меня называете какой-то наглой девицей? Я вам представилась, во-первых, сказала, как меня зовут. Позвонила к вам уточнить информацию. Мне ваш тон не нравится, командирский. Ага. Я не обязана была ни к чему приступать. На данный момент с командирским тоном разговариваете вы. Я с вами разговариваю. Я могу хоть чем разговаривать. Могу молчать, могу разговаривать. Потому что если вы мне звоните, значит вы во мне заинтересованы. А вы тут же начинаете меня перебивать, не выслушав. Начинаете перебивать. А если я начинаю говорить, значит, вы молчите. Вот, видимо, поэтому и не приступила к работе, что вы не умеете общаться. Согласны не умею со мной? Общаться. Вот. Ну, смотрите, если и вы оставили свой номер телефона... И вы, и те, кто до вас звонили. Ага. Если они звонили, конечно. Ага. А то, может быть, вы обманываете меня? Например, в чем? Ну, в том, что мне кто-то звонил. Ага. Интересно. Ну, что вы агакаете? Вы глупыня, что ли? Ага. Ираида, если вам неприятно со мной общаться, я так понимаю, вам не подходит мой разговор, тогда вам перезвонит другой менеджер. Всего вам хорошего. Пусть перезвонит. Не перебивай меня, не перебивай. Я сегодня как железо. Не перебивай меня, не перебивай. Алло, Ираида, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Александр, приятно с вами познакомиться, старший финансовый эксперт проекта «Тик». Вы буквально недавно общались с одним из моих агентов, интересовались, не нашли с ним прежде всего общий язык, не знаю почему, так получилось. И вот решил набрать вас в наш профиль. Александр, я должна констатировать тот факт, что я вас практически не слышу. Хорошо, без проблем, так лучше слышно? Вот, да, так лучше. Все прекрасно. Так вот, я задал вопрос. Почему не получился с Яной разговор? Что случилось? Я вроде бы не слышал, чтобы она вам что-то плохое сказала. Она, наверное, не прошла курс обучения, как нужно общаться с клиентами. Сразу начала пальцы гнуть веером, что-то требовать от меня. Я прослушал этот разговор. Я вы прослушайте. Прям... Я уже прослушал. Так нельзя общаться с людьми. Если у человека такой просто тембр голоса, но мы же ничего не можем с этим поделать. А при чем тут тембр голоса? Если она так говорит, то, к сожалению или к счастью, я никак не могу на это повлиять. Просто, видимо, вы друг друга не поняли. Видимо, эта работа не для нее тогда. Получается так. Потому что я не хамила, не грубила. Она начала со мной общаться отвратительно. Что-то требовать. Почему вы не приступили? А к чему я не приступила? Почему я должна была приступить? Я вас... Кто такая? Откуда? Вообще ничего не понятно. Она представлялась, с какого проекта она звонила? Мало ли кто кем может представиться. Я могу представиться, допустим, Маргарет Тэтчер. Вы мне поверите? Нет. Вот и все. Какая-то Яна из какого-то проекта. Нет, она назвала какой проект. Почему вы не приступили? А почему я должна была приступать? Что за претензии? Она мне начала какие-то претензии предъявлять. С чего бы это? Я что, была принята на работу и не вышла вовремя? Или я кому-то денег должна и не заплатила? Почему со мной надо так общаться? Вы просто увидели в этом претензии. Ладно, тем не менее, давайте не будем зацикливаться на этом. Сейчас звоню вам я и прошу вас пообщаться со мной. Прежде. Я вас слушаю. Отлично. Мы оставляли регистрацию 1 июля. Если я не ошибаюсь, интересовались заработком в интернете. С вами общался Юрий Громов. Если мне не изменяет память, он позвонил вам буквально сразу. Видимо, где-то не нашли общий язык. И повторюсь тоже, что и сказала Яна, не приступили к заработку с нашей компанией. Хотелось бы узнать, по каким причинам и что не подошло возможно. Во-первых, почему вы считаете, что что-то не подошло или там могла просто прерваться же связь, так ведь? Это во-первых. Во-вторых, прошло 2 недели. Да. Согласитесь, если вы ждали 2 недели для того, чтобы перезвонить, значит, вам не так уж и нужны партнеры. В-третьих, дальше перечислять или чем-нибудь займемся поинтереснее? Давайте займемся кое-чем поинтереснее. Я так понимаю, судя по тому, какое описание есть в комментарии под вашим номером, вы с Юрием обсуждали, что не интересуетесь в брокерских услугах, верно? Я такого не могла говорить. Вот как раз таки написано. Оставляли регистрацию и в брокерских услугах уже не нуждаетесь. Если я оставляла регистрацию, то только потому, что искала, как купить акции. А как вы можете себе представить покупку акций, я еще не закончила, если не через брокерскую компанию, не через брокера? Я не знаю, это вот со слов агента я вам говорю, что написано. Не нуждается в брокерских услугах. Видите, вот уже второй агент прокололся. Возможно, что их не доучили? я не провожу обучение, поэтому... Я не говорю, что вы их не доучили. Я говорю, их не доучили, возможно, так. Что может быть? Ну ладно, тем не менее, а какие компании интересуют в качестве приобретения акций? Ну вот теперь давайте для начала все-таки разберемся. Вы говорите, ваша компания. Ваша компания – это какая компания? Компания называется TicMill. TicMill. Почему тогда Яна... TicMill. 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 Да. Я так и сказала. Почему тогда Яна... TicMill. Яна представилась компанией «Газинвест». «Газинвест», потому что это один из наших проектов, поэтому, ну, собственно говоря, рекламу вы видели в интернете именно «Газинвеста». Но наша компания брокер именно TicMill. Сразу расставим точки над «и», чтобы не было потом далее. То есть вы хотите сказать, что у брокерской компании... Не перебивай меня, не перебивай. Я сегодня как железо. Не перебивай меня, не перебивай. Это просто бесполезно. Алло? Алло, Изабелла, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Татьяна. Звоню касательно вашей регистрации. Вы интересовались для себя дополнительным доходом, верно? Было такое, да? Ага, смотрите, Изабелла, из-за того, что вы вот оставили свою регистрацию на инвестиционной платформе, подскажите, у вас ранее был опыт в сфере инвестиций или это для вас новое направление? А вы звоните откуда? С Москвы. Я понимаю, что с Москвы. А организация какая? Росбизнес-консалтинг. А звук зачем выключаете? Ну, мне это комфортнее, чтобы... Ну, я дышу как бы, чтобы вам не слушать, как я дышу. А, то есть вы о своем комфорте заботитесь, а не о комфорте клиента, да? Мне это не нравится. А вам будет приятно, если я буду вам дышать в телефон или что? Когда тишина в трубке, впечатление такое, что я разговариваю с пустотой. Вы же не пустота? Мы с вами общаемся, я вам отвечаю на все ваши вопросы. Что именно вас не устраивает? Мне некомфортно, когда вы отключаете звук. А в чем именно вам некомфортно, хорошо? Я уже сказала. Чем? Ну хорошо, давайте я не буду отключать звук, если вы хотите. Так, конечно. Как вас зовут еще раз, скажите? Татьяна. Татьяна, вы не представлялись. Татьяна, РБК, да? Что вы предлагаете? Ну, звоню вам по вашей регистрации. Вы интересовались дополнительным доходом на инвестиционной платформе. Подскажите, у вас ранее был опыт в сфере инвестиций или это для вас новое направление? РБК. Татьяна, я вас прошу, расскажите о том, какие вы предоставляете услуги. А я уже буду выбирать, подходите вы мне или нет. Ну, хорошо. Подскажите, у вас ранее был опыт в сфере инвестиций или это для вас новое направление? Я вас спрашиваю, чтобы мне сориентироваться. В чем вам сориентироваться? Где север, где запад, где юг, где восток? Что? Вам сориентироваться зачем? Как? Изабелла, я вас сейчас переведу на старшего финансового специалиста. Наконец-таки, давайте. Одну минуту. Давайте. Алло, Изабелла, добрый день. Здравствуйте. Меня зовут Олег Александрович, я являюсь руководителем отделов менеджеров. У вас что-то с Анной не получилось, не поделили что-то? Трубку, что ли, не поделили разве что? Олег Александрович. Я понял, ну... Предлагаю вам купить свою трубку. Хорошо, у меня Изабелла, есть. Смотрите, вопрос... Ну, хорошо, отлично. Хорошо, Изабелла, смотрите. Вы оставляли свои данные на проекте инвестиционном, интересовались для себя дополнительным заработком. Что у вас не получилось? У меня все получилось. Я хочу узнать, что предлагает РБК. РБК предлагает новостной портал и инвестиции. Так, а как мне это поможет в приобретении акций? Давайте начнем вот с самого начала. То есть для начала вы не знаете, какие акции, не знаю, золото или нефть, будь то даже криптовалюта, валюта, что из этого вырастет, правильно? То есть, нет, неправильно. В силу вашего опыта, в силу вашего опыта. Я знаю, что я хочу. Я знаю, что я хочу. Что вы хотите? Какие акции я хочу приобрести, я прекрасно знаю. И даже если у меня нет опыта, у меня есть знания. А знания – это сила. Еще Владимир Ильич говорил, учиться, учиться и учиться. Ну, я с вами абсолютно согласен. Хорошо, и что же можно купить сейчас? Акции хочу купить. Ну, хорошо. Ну, вот в связи с этим я сказала акции. Вот в связи с этим я хочу узнать, что может предложить мне РБК. Полное аналитическое сопровождение вы от нас получаете. Вам будут на всех этапах подсказывать, помогать вам. Сейчас, как секундочку, Олег Александрович. Подождите, секундочку. Алло, вы здесь? Да-да. Куда вы пропали? Ну, надо было мне отвлечься. Я попросила вас подождать немножко. Слушаю вас внимательно теперь. Какие вы можете оказать услуги и как помочь мне в приобретении акций? Я же вам только что объяснил. Вы от нас получаете полное аналитическое сопровождение. Вам будут подсказывать, где именно их приобрести, как их приобрести и что именно приобрести. Я же вам говорю, то есть силу вашего опыта вы не можете знать, что сейчас на данный момент актуально купить, верно? Ну, я же вам говорила, что я знаю, что я хочу приобрести. Мне нужно помочь приобрести, а не сопроводить аналитически. Ну, а в чем проблема? Хорошо. Ну, что вот сейчас... в связи с этим я хочу спросить. РБК – это медиахолдинг. Каким образом медиахолдинг может выполнять функции брокера, которые мне нужны в данный момент, чтобы купить акции? Спокойно, я бы сказал. Хорошо, нет, я вам уже третий раз один и тот же вопрос задаю. Что вы сейчас будете покупать? У вас есть возможность купить? Акции я буду. Акции предприятий. Хорошо, я понял, что акции предприятий, это я уже третий раз слышу. Что конкретно? Есть же акции компании Samsung, есть акции компании Газпрома, Лукойла. Ну вот я вам сейчас расскажу все свои наработки, все свои задумки. И потом у нас с вами ничего не получится, потому что вы до сих пор не сказали, какую помощь вы мне можете оказать. А я вам уже все свои секреты расскажу. Это же неправильно. Если вы не оказываете брокерских услуг, я зачем буду вам рассказывать, какие акции я хочу приобрести? Ну, сами посудите. Ну, это в этом была бы логика, если бы вы меня слышали. Я же вам объясню, я вас слышала. Чем конкретно мы вам можем помочь? Я вам объясню. Вы аналитическое сопровождение предлагаете. Мне не нужно аналитическое сопровождение. Мне нужен брокер. Ну, хорошо, без проблем. То есть вы не знаете, куда пополнять свой счет, правильно? Чтобы купить тот или иной актив. Хорошо, можем организовать, без проблем. Через 15 минут организовать можем. Абонент, с которым вы разговаривали, поставил вызов на удержание. Пожалуйста, подождите. The subscriber you have dialed is busy now. Please hold the line or call back later. Не перебивай меня, не перебивай. Я сегодня как железо. Не перебивай меня, не перебивай. Это просто бесполезно. Алло? Алло. Лунция, здравствуйте. Здравствуйте. Меня Леонид зовут. Приятно познакомиться. Звоню вам касательно вашей регистрации, которую оставляли по рекламе «Газпром». Припоминаете? Ну да, только что оставляла. Да, супер. Ну, звоню в целом для того, чтобы рассказать, как работаем. Отвечу на ваши вопросы. Договорились? А вы откуда, из какой организации это звоните? Мы частный дилинговый центр. Частный дилинговый центр? А я там не оставляла. Вы оставляли по рекламе «Газпром». Это наши партнеры. Мы размещаем... Там не было написано, что ваши партнеры. Как так-то? А что там было написано? Ну, просто было написано, что зарегистрируйтесь, получите выплаты. Ага. Повелась на верно. Выплаты, да. Да, но вам же выплаты будут приходить куда? Как думаете? Причем куда приходить? Я хочу их получить. Ну так а куда они придут вам? В руки, а куда они должны прийти? Ну так вот, мы зарегистрируем вам счет на Газпроме, и на Газпром они будут приходить. На Газпроме поэтому, зарегистрируете счет? Ну да. Газпром же не банк, а регистрирует счет только в банке. Газпром? Ну, так у вас будет торговый счет. Вы зарегистрируете на Газпроме. На платформе Газпрома. Там не регистрируют счета на Газпроме. Ну как это не регистрируют, если мы регистрируем счета на Газпроме, куда люди получают свою прибыль? Ну как вы можете зарегистрировать на Газпроме, если вы дилинговый центр? Да. А Газпром не банк, а регистрируют счета только где? В кредитных организациях, в банках. Вы понимаете, что у Газпрома есть платформа, на которой регистрируются торговые счета. У Газпрома, который добывает нефть и газ, есть счета? Ну, Газпром – это акционерное общество. Я вам даже больше скажу, это публичное акционерное общество, а не просто акционерное общество. Да, и у них есть платформа, на которой люди регистрируют торговые счета. Торговые счета регистрируются в банках? Нет. Да. Нет. Да, Леонид. Это аксиома. Хорошо, тогда вы мне подскажите, что такое тогда РБК? Ну, слышали же. А при чем тут РБК, если вы частный дилинговый центр, и мы разговариваем о Газпроме? При чем тут этот медиахолдинг? Ну, при том, что там тоже есть платформа, на которой люди регистрируют торговые счета. Вот так, смотрите, да? Да, давайте так. Угу. Если вы хотите побольше об этом узнать, я могу просто вас связать с моим руководителем. Он в этом больше понимает, он вам сможет рассказать все в точности, как оно есть. Хорошо, давайте руководителя. Хорошо. Отлично. Тогда сейчас подождите минутку, он вам перезвонит. Договорились? Сливаетесь, не перезвоните. Перезвоним, конечно. Перезвоните. Ладно, жду, пока вы перезвоните. Не перебивай меня, не перебивай. Я сегодня как железо. Не перебивай меня, не перебивай. Это просто бесполезно. Алло. Алло, добрый день. Добрый день. Меня Александр зовут, приятно познакомиться. Слушаю, вы откуда звоните? Я вам звоню касательно регистрации, которую вы прошли по нашей рекламе. Реклама от «Газпром» по поводу дополнительного заработка. Думаю, помните. В целом, звоню для того, чтобы вам объяснить, как мы работаем и что от вас требуется, что нужно будет делать. Думаю, тоже понятно. А там было написано выплаты. Сколько вам полных лет на данный момент? Выплаты там было написано. Бесплатные деньги? Выплаты. Это бесплатные деньги? А как вы считаете, выплата это платно или бесплатно? Если это называется выплата. Ну, выплаты, это значит, мне должны выплатить. Есть ли у меня такое понимание? Что вам должны выплатить? Ну, как я оставила регистрацию. Кстати, вы меня не назвали, как меня зовут, и не представили организацию, от которой вы звоните. И что? Ну, а уже спрашиваете про мой возраст. Я говорю, лет вам сколько? А вы кто? Выплаты. Александр, вы кто? Понятно. Начнем заново тогда, пока не сойдется 2+2. Давай. Значит, я говорю, что вы в интернете посмотрели рекламу от «Газпрома». Да. Касательно дополнительного заработка. Дополнительный заработок – это заработок. Заработок – это, ну, значит, что нужно что-то делать, да, нужно как-то двигаться. возможно, не физически что-то делает, но не столь важно. Вот. Дополнительный означает, что он не обременяет вас какими-то затратами вашего времени, да, вот в основном. На то он и дополнительный, ну, пассивный доход, может быть, такое. Вот там было если 5 тысяч в месяц. Нет, не, в день, вернее. 5 тысяч в день, до 150 тысяч в месяц. А какое у вас образование? Экономическое, высшее. Экономическое. А где вы с высшим экономическим образованием видели бесплатные 5 тысяч в день? А где вы видели, чтобы мне звонили? Я знаете, где видел? Кому-то звонили. На Московской фондовой бирже я видел. Знаете, что это такое? Вы человек с высшим экономическим образованием. Я знаю, что такое Московская биржа. Да? Да. Ну, прекрасно. Вот мы занимаемся торговлей активами из различных сегментов рынков на Московской фондовой бирже. Представляете? А что вы тут начинаете мне представляться фиг знает кем и начинаете фиг знает что? Девушка, я вам звоню из аналитического центра, который занимается продажей информации банкам, фондам и частным лицам или розничным инвесторам. Я это должна была об этом, я об этом должна была. А вы что, догадаться? Никому не должны. Что нет, вы для этого из аналитического центра. У вас в школе был предмет логики? Вот в школе нет такого предмета. Вы смотрели рекламу? Нет. В школе нет такого предмета. Пройдите еще раз обучение. В школе нет такого предмета. Вы почему хамите? По поводу дополнительного заработка для того, чтобы вам... Это, наверное, в Украине есть такой предмет в школе. Поэтому, когда заканчиваете вы школу, вы уже логику знаете. Это называется суфлер. Это не суфлер, это называется ты дебил. Самый настоящий дебил. Понятно? Это называется биржевые спекуляции. Люди там открывают ордера на повышение либо понижение цены. Самый натуральный дебил, который не умеет общаться, который сидит на обзвоне, на холодном обзвоне и не знает, что такое 2 + 2. Он не может это посчитать. Поэтому спрашивает у других. Газпром или Тинькофф. Теперь я положу трубку и можешь сколько угодно. Угодно общаться. Я не разрешал. Да так что ты говоришь? Вам. А я не спрашиваю я не твоего разрешения. И что? Ты можешь с воздухом разговаривать сколько хочешь. Разговаривай с воздухом. Во-первых, вас зовут Бунция Казадой. Я могу разговаривать с вами как хочу, пока вы не пойдете в паспортный стол. Это надо учитывать. А во-вторых, я вам звоню, потому что вы попросили. Давайте точно так же будем проявлять какую-то вежливость, что ли, а не говорить как радио сарафанное на фоне для того, чтобы не слышать помехи. Тем более, что торговлю на бирже придумали еще в 1600-х годах, и в принципе никакого нового колеса никто не изобретал. Вот. Наша задача в том, чтобы давать вам информацию, а вы уж будьте вольны, пользуетесь этой информацией или не пользуетесь. Да. Вот и все. А если вы в своем возрасте с высшим экономическим образованием додумываетесь до того, чтобы в рекламе где-то видеть, что бесплатно платят деньги, то у вас ума нет. А где счет открывать? Потому что бесплатно деньги никто не платит. Давайте. Да, поэтому я вам советую заняться самообразованием. Давайте. И задуматься о чем-то. Открываем, да. Какие данные надо предоставить? Угу, хорошо. Жду ссылочку. Угу. Мне кажется, или вы начали разговаривать со своим вторым вот «я». Это ваше эго? Пришла, да. Открывать ссылочку? А кто из вас Бунция, а кто из вас Козадой? Вы знаете, кстати, что Козадой – это птица такая? Открыла ссылочку, да. Вводите имя, фамилия, отчество, да? Угу. Хорошо. Сейчас. Так. А пароль? Сколько цифр, букв? Какие требования к паролю? Угу. Сейчас, минуточку. Мне кажется, вы озвучиваете некоторые автоответчики. Да, есть. А если, кстати, не озвучиваете, я вам советую попробовать этим заняться. Да, я вот зашла, тут какой-то кабинет, да? Тут вот график какой-то, свечи японские. Да? Угу. Вижу. Есть вертикальный, вот Бунция Казатой, человек с высшим экономическим образованием. Угу. А в чем измеряется пшеница на бирже? Хорошо. Да, вижу. Вот, вывод, вижу, вывод. Угу. А тут 0. А как можно вывести, если 0? А сколько я могу туда положить? 100 долларов, да? Угу. Но у меня в долларах нету. Это что, конвертировать будем? Да. Сбербанк. Угу. Сбербанк. Ясно. О, а тут вот помощник Олег. Заходить туда? И что писать? Что я хочу пополнить счет. Или активировать. Активировать счет. Угу. Написала. Отправила. Ждем. Вот ответ пришел. Пишут, что сейчас мне реквизиты вышлют. Да. Угу. А сколько? А в рублях это сколько? 8900, да? Угу. А вот тут вот 4 блока по 4 цифры. Сюда отсылать? Как вы говорите, технический минимум называется, да? Угу, хорошо. Отправляю. Чек? Да, сохраню. Угу. Вам отправить? По телефону, да, WhatsApp? Хорошо, сейчас я... Давайте с вами прервемся, и я на WhatsApp отправлю вам чек. Да, сейчас, секундочку. Получили? К сделке сегодня приступать будем? Хорошо. Да. Сейчас, подождите. Бунция, а вам что, банк заблокировали? Не перебивай меня, не перебивай. Я сегодня как железо. Не перебивай меня, не перебивай. Это просто бесполезно. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Алиса, приятно познакомиться. Я вам звоню касательно вашей регистрации на дополнительный доход. Припоминаете? Нет, не припоминаю. Вы Алиса, а кому вы звоните? Я звоню сейчас. Что такое? Что? Бунция... как... ага. Алло, вы что, там упали? Алло. Алло. Вы что, то включаете, то выключаете звук. У вас проблемы? Бунция Казатой. Алло. Алло, ну в любом случае вы оставляли регистрацию, я звоню по этому номеру, и что предоставлю информацию по работу, что будем делать и как зарабатывать, хорошо? Я вас плохо слышу. Вы можете что-то там сделать со звуком? Сейчас лучше слышно? Нет. Совсем плохо. Как будто вы в подвале сидите. Я поняла. Сейчас. Ну, так а сейчас скажите что-то. Ну, я вам говорю, что в любом случае ваш номер попал ко мне, к менеджеру, и я звоню, чтобы предоставить вам информацию по дополнительному заработку и, в принципе, рассказать, как мы работаем. Хорошо? Хорошо, только теперь скажите, какая вы организация? Вы же не с улицы мне звоните? Нет, Алиса. Конечно. Но, смотрите, мы частный дилинговый центр, который предоставляет информацию людям по заработку. Интересно. А что за частный дилинговый центр? Где вы находитесь? В Москве. Да? Вы частный дилинговый центр, это организация такая или что это? Ну, частный дилинговый центр это да, организация, частная организация, значит, которая предоставляет услуги. Значит, у вас есть ИНН. Продиктуйте мне, пожалуйста. Алиса. Сейчас продиктую. Подождите, пожалуйста. Давайте. Записывайте, я диктую. Давайте записываем. 77 15 750. Угу. 20 456. Еще раз. 77 15 750 20 456. Правильно? Да. Да. Угу. Расскажите о своем центре, потому что я ни разу про такое не слышала. Смотрите, мы находимся в Москве, башня, набережная, Пресненская, набережная, 10-й блок С, 50-й этаж. Еще раз, я вот сначала, вы находитесь в Москве, а дальше да, в Москве. Все пошло. Пресненская набережная. Угу. Номер какой у Пресненской набережной? 10-й блок С. Это как 10-й блок? Алло. 10. Я же говорю. Блок С. Пресненская набережная, 10, блок С. Что за блок С? Обычный. Смотрите. Вам там кто подсказывает? Можете написать сообщение. Можете написать сообщение на номер. Кому? Если хотите, позвонить. Кому я должна написать на номер сообщение и позвонить? Алиса? Алиса, вернись. Алло? Смотрите, вот в чем суть того, что вы задаете вот эти вопросы? Я вам ответила, где мы работаем, какой у нас номер. Хотите, я продиктую вам его, можете позвонить, посмотреть. Я вам продиктовала ИНН. Вот, ну, мы будем говорить по сути работы или, ну, будем дальше? Конечно, сейчас вот и начнем разговаривать именно по сути. Хорошо. Так, виды деятельности, есть? Да. Основной вид деятельности. Деятельность по комплексному обслуживанию помещений. Дополнительные виды деятельности. Разработка строительных проектов, строительство жилых и нежилых зданий, торговля розничная в неспециализированных магазинах, бытовыми электротоварами, торговля розничная косметическими товарами и товарами личной гигиены. Вы мне собираетесь прокладки продавать, что ли? Или что? Смотрите, это наш директор. Могу дать его контакты. Ключи. Говорю, давайте не на ты, а на вы, во-первых. Во-вторых, на это вы, наш директор. Можете написать, в детском саду будут называть, директору, когда пойдешь туда работать с воспитательницей. Пообщаться, если хотите, с ним. Как зовут директора? А вы с ним работаете? Как зовут вы директора? Видите, как зовут его? Ну, вы видите, как его зовут? Я у вас спрашиваю, как зовут вашего директора? Александр Белов Сергеевич. А, Александр Белов Сергеевич. Так он не директор, да. Он индивидуальный предприниматель. Ну, для вас директор. Для меня директор. Алло. Вы что там, придурков набралось вас сколько? 5 человек и ржете сидите? Вы хотите пообщаться с директором? Ты будешь звук отключать или ты будешь со мной общаться? Алиса? О чем мне с вами общаться? О чем? Да, вот я хочу пообщаться конкретно про работу. Про работу. Да, действительно, о чем общаться? Что? Ты школу закончила? А к чему эти вопросы? Ты школу закончила, 9 класс хотя бы закончила. Что вам это дает? Я не могу с малолетками работать. Я с малолетками общаться не буду. Сколько вам лет? Сколько вам лет? Это бестактный вопрос. Да, а то, что вы говорите, это, ну, тактно вообще? Ну, не да. Кажется, что это тоже бестактно общаться? Да, я с мошенниками только так и общаюсь. С чего вы взяли, что вы мошенники? Потому что в основном виде деятельности по ОГРН и по АКВЭДу у вас нет никакого вида деятельности, связанного с предоставлением информации на инвестиционном рынке. Этого достаточно? Или ты не понимаешь значение слов, которые услышала? Смотрите, я понимаю, что это ваши переживания, вы правы, сейчас очень много обмана и мошенничества, но вы тоже поймите, что все не так просто, как вы говорите. Во-первых, чтобы украсть у вас деньги, мне понадобятся данные вашей карты. Да, еще, давай, пиши. Вы же не будете их диктовать. Почему буду? Диктовать буду. Ну, пиши. Ну, если, чтобы украсть у вас данные... А ты хочешь мои данные украсть? Не, ну вот я вам говорю о том, что мошенники... Я же говорю, а почему сразу такие мысли? Я не прошу. А? Почему все мошенники так говорят? Абсолютно все. Что они не просят номера карты. Давай, я продиктую номер карты. Пока говорят не мошенники. А вот так, как ты... Я уже тебя рассказала, Алиса, я тебе сказала, что Белов, карты и говорят, индивидуальный предприниматель. Люди отправляются на деньги, ну, вы же не будете... Алиса, давай директора своего. Директора, дай, а то ты тупая, как пробка. Ага. Пенек. Пенек такой. С тобой вообще нельзя общаться. Давай, директора. Санечку давай своего. Где там этот Александр? Так что, вы будете писать ему в Телеграм? Александра давай мне. О, давай номер телефона. Александра давай. Зачем? Он рядом с тобой стоит. Он не будет с вами общаться. А что такое? Вам дать вам номер телефона. Нет, напишите ему. Я вам даю номер телефона, можете позвонить ему по этому номеру. Зачем? Ну, позвоните ему, потому что у меня Александр... Какой целью? Я не хочу ему звонить по номеру телефона. Ну, и тем более, что по WhatsApp, наверное, да? По WhatsApp позвонить? Можете по WhatsApp, можете по Телеграму, можете по Skype, как хотите. А что с Украиной не так? А? Связи нет. При чем тут Украина? Ну откуда ты звонишь, дура? Мы звоним, Ты дура, ты набитая, пенёк. Ты пенёк. Мы звоним с IP-телефонии. Я знаю. Ты не сможешь нам перезвонить. Ну вот. Алиса, поэтому ты пенёк. В принципе... Ты русские слова понимаешь? А вы кто? Русские слова хотя бы понимаешь? А вы кто? На слух воспринимаешь? А вы кто? Тебя заело, да? Тогда клади трубку, разговора не будет. Ну, кладите трубку. Хотите, кладите трубку. Мы будем общаться. Нет, если я положу трубку, тогда тебе заплатят. А так не заплатят. Да? Намеренно не хватит тебе сегодня. Ну, давайте я тебе говорю, что... Про работу, про инвестиции. Вам не интересно заработать больше? Заткнись. Просто заткни свою пасть. Почему вы так общаетесь? Как хочу, так и общаюсь с мошенниками. Вы, наверное, просто не актив. Как хочу, так и общаюсь с мошенниками. ИП Белов Александр Сергеевич. ИП. Понимаешь? У него нет столько людей, которые бы работали в его организации. Что, отключила звук, да? Смотрите, если вы не хотите, вот просто записать номер, общаться, ну, что будем делать с этим туда? Что хотите делать? Ты на что рассчитываешь? Что ты мне дашь номер телефона, я буду по нем звонить? Ну, ты совсем тупая. Вот просто пенек. Мне ж другие позвонят. Как ты это понять не можешь-то? Хвойда, и другого я также разведу, как тебя. Найду ИНН, посмотрю, что это за организация, чем она занимается. Вы не занимаетесь предоставлением информации. Это понятно было? Алло. Что еще непонятно? Алло. Хреном по лбу не дало? Да, я вас слушаю. А что вы меня слушаете? Но вы же хотели пообщаться с директором. Я хотела пообщаться, нет. Это Алиса хотела, чтобы я позвонила, пообщалась с директором. Ага. Ну, так а что вы хотите? Я ничего не хочу. Абсолютно. Ничего не хотите? Нет, абсолютно. Ага. Понял вас. Тогда вы что, не будете мне больше мешать отдыхать? Буду. Почему? И я буду, и другие мои товарищи будут. Так, а я мешаю вам отдыхать. А, ты отдыхаешь, да? Вот в этом колл-центре? Вот в этом колл-центре отдыхаешь, в котором сидишь, где шум на заднем плане, где куча компьютеров стоит. Это музыка играет. И все сидят с гарнитурами на башке. И привлекает вас только такое вот очень нестандартное имя. А вы можете потише говорить, музыку плохо слышу. Ну, конечно. Я могу вообще ничего не говорить. Говорите. Да? Ну, придурок. Бовдур. Ладно, кладу трубку. Это на каком вы сейчас сказали? На бурятском. Так, а зачем? Кладу трубку, и можешь дальше слушать тишину. Тебе не удастся сегодня на мне заработать. Компромисс? Так я не хочу на вас зарабатывать. Зачем мне? Да что ты говоришь? Я музыку слушаю. А на что ты, быдло, говоришь? Да. Согласен. Я не понимаю, у вас какие-то конкретные претензии есть или нет? У меня к себе нет никаких претензий. Ни конкретных, ни частных, ни общих. Так все. Не запряг, придурок, не запряг. Малолетка, подрасти сначала, научись людей разводить, а потом звони, Белов Александр Сергеевич. ИП, который торгует прокладками женскими. А прокладки это плохой товар или что, вы не пользуетесь? Я, какое твое собачье дело, чем я пользуюсь? Ну, прокладками или тампонами. А тебе тампон очень сильно пригодится. Конечно. Засунешь, когда тебя отымеет хэт. И ты потом засунешь, чтобы кровь так не текла очень сильно. Еще что-то нужно тебе? Мне вообще ничего не нужно. Я прокладками торгую, зарабатываю на этом. А что ты мне звонишь? Вы покупаете у меня. А что ты мне звонишь? Мне прокладки сейчас не нужны. А кто мне звонит? Судя по тому, как вы разговариваете, они вам прямо сейчас такие нужны. А кто мне звонит? Я тебя не набирала. Это ты набрал меня. А я не знаю. И подставил свою Алису, малолетку. На каникулах пришла подработать. Да? Через постель получила это место? Нет. А что это ты русскую? Я не понимаю, вы тоже хотите работать у нас или что? Я нет. А что у меня делать? Отличная работа. Именно поэтому вы оставляете регистрацию на получение дополнительного дохода. ИП Беляев. Смотрите, я вам объясню простую вещь. Все, люди, можешь разговаривать с тишиной. Вы ушли куда-то? Все. Не перебивай меня, не перебивай. Я сегодня как железо. Не перебивай меня, не перебивай. Это просто бесполезно. Алло? Алло. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте, Наталья. Меня зовут Кирилл, звоню по вашей ранней регистрации. Вы интересовались торговлей на бирже? Это был вопрос? Алло. Да. А вы откуда звоните? С компании «Гарантия». Как называется ваша компания еще раз? «Гарант М». «Гарант» услышала, а дальше что-то пикнуло. Буква «М». «Гарант М». А что это за компания? Чем Верно. Вы занимаетесь? Да, смотрите, то есть на самом деле мы брокерская компания, которая имеет официальную лицензию от Центробанка России, да, и в данном случае заинтересованы в людях, которые заинтересованы в дополнительном источнике дохода. Потому мы с вами и связались. Вот, наверное, первый вопрос, который у меня есть, то есть вы интересуетесь финансовым рынком как основным или дополнительным источником дохода? Дополнительным однозначно. Однозначно дополнительным, великолепно, вдобавок к основной деятельности. Какой-нибудь опыт у вас был ранее? Сталкивались с этим? Нет, не сталкивалась. А с чем, простите, а то я так это говорю, что не сталкивалась. А с чем я не сталкивалась, я не совсем отдаю отчет себе. С чем я не сталкивалась? Да, смотрите, то есть, с торговлей на бирже. Давайте я попробую ввести вас в курс дела, вообще, что это такое. Попробуйте. Чтобы были хотя бы общие представления. Давайте. Существуют различные товары, которыми торгуют страны между собой, да? Вот. Давайте, например, какие, может быть, вам известны, да? Ну, нефть и газ основные, да? Какие еще вы знаете? Это вы мне так рассказываете? Вы же сказали, что вы мне расскажете, а сами вопросы задаете. Алло? Ну, да. Алло? Ну, я... Что да. Верно? Алло, да-да, я... Обычно я так рассказываю, да. А как же вы рассказываете, если вы спрашиваете? Хотите, я не буду вообще ничего у вас спрашивать, буду прямо вот только рассказывать? Нет, я хочу, чтобы вы рассказывали. Если что-то мне будет непонятно, тогда я спрошу. А то получается, вы как в детском садике. Подождите, я не закончила. В детском садике со мною так даже не общались. Вы знаете, что на такое? Самом деле... Подождите одну секунду, пожалуйста, хорошо? Итак. Конечно, в детском садике, ведь у вас не было никакого опыта. Мы начнем как в детском садике, а закончим уже на серьезной ноте. Потому что вы читали книгу Сунь Цзы когда-нибудь? Сунь Цзы «Искусство войны» написал. Я читаю разные книги, и в том числе у меня есть экономическое образование. И я знаю, что такое, представьте себе, я знаю, что такое акции, облигации, фьючерсы, CFD-контракты, биржи. Так, я это все знаю. Сразу так говорите. Так вы же не спрашиваете. Вы спрашиваете про опыт. А опыта торговли на бирже у меня не было. Вам сколько лет, можно узнать? Мне уже больше 18. Ну, а сколько лет вам? Вам это для чего надо знать? Как-то вообще некультурно так спрашивать. Не знаю. По-моему, все хорошо. По-моему, все отлично. Так это по-вашему? Вы скажите, вы доходами в этой сфере интересуетесь? Давайте с этого начнем. Да? Ну, неважно, там, вы можете строить себя и быть кем угодно в обычной жизни, там, иметь любое образование. Но на самом деле сейчас в разговоре это не имеет абсолютно никакого отношения вообще ни к чему. Никакого отношения ни к чему не имеет, согласна. Поэтому давайте по делу. По-деловому давайте расскажите, чем занимается ваша организация, какие услуги предоставляет. Давайте. Ну, а зачем вы тогда позвонили? Зачем вы позвонили? Я смотрю, вы не первый раз, да, вам звонят? Нет, конечно. Я же ищу через какого брокера. Если вы помолчите, то я скажу, что я ищу. Если не будете перебивать. Вы будете меня перебивать? Культурно. Мы уважать друг друга, Если мы будем уважать друг друга, у нас с вами диалог сложится. Если не будем уважать друг друга, то диалог у нас с вами не сложится. И поверьте мне, от этого я не проиграю, я просто потеряю 5 минут, а вы потеряете, может быть, нечто большее. Ну, а вы кто? Грубо говоря, в вашей жизни ничего не меняет. А вы кто? Вы мне говорите, что вы ничего не потеряете. То есть, получается, вы действуете от себя лично, а не от компании. Я правильно понимаю? Нет, у вас мозги есть, я же звоню из компании. Как культурно вы общаетесь, звоня из компании? Как человек со мной разговаривает, так я ему и отвечаю. Я вам ни одного грубого слова не сказала. А вы почему-то себе позволяете говорить очень странные слова. Поверьте, если бы вы этого не заслуживали, вам бы никто такое не сказал. Но давайте не будем... Я думаю, что на этом наша беседа будет закончена, потому что с таким быдлом я не буду общаться. Извините, с таким быдлом я не буду общаться. Там такие дебильные разговоры с идиотами. Извиняюсь вам, удачи. На красную кнопочку нажми, дебилко. Нет, иди я тебя раскусил, твою мать. Все? Раскусил же? Подорвался? Сучка, раскусил? Подорвался. А всего-то 7 минут прошло. Да нет, просто играем с тобой, блядь. У меня были давно подозрения. Таких, как ты, я не знаю. Такие подозрения у тебя были. А чего звонишь-то, если у тебя были такие подозрения? И все-то. И всего лишь-то надо было сказать одно умное слово. Давай уже клади трубочку или там на красную кнопочку нажимай. На мивину ты не получишь сегодня. Ну ладно, помолчи. На платную линию меня поставь. С цикло. Не перебивай меня, не перебивай. Я сегодня как железо. Не перебивай меня, не перебивай. Это просто бесполезно. Алло. Здравствуйте. Да, добрый день. Вы кто? Слушаю вас. Наталья Петровна, я представлюсь. Кирилл Шевцов, мое имя. Набираю вас в компании «Гарант М». Вы интересуетесь торговлей и заработками на бирже? Ну, по-видимому, уже нет. А почему? Что случилось? Сейчас звонил ваш коллега и обложил меня матом. А как его зовут? Да хрен его знает. Он представился, я не запомнила. Компанию? «Гарант М». А компанию помните? Да. «Гарант М»? Да. Давайте, дайте мне секундочку, сейчас я посмотрю, кто вам звонил. Хорошо? Попробуем разобраться. Посмотрите. Его случайно не Кирилл звали? Да, видимо, так. Я обязательно разберусь с этим человеком. А вы только с Кириллом общались из нашей компании или кто-то еще вам звонил? Из вашей компании больше не звонил никто. Я понял. Просто тут еще Яна Белова вам звонила. Давайте я прочитаю комментарий. Похоже на троллиху, говорит, не интересуется и опять врет. Не поняла. А Кирилл написал... Вот и я не понимаю. Вот тут написано Кирилл. Комментарий. Тролль не шел у него на поводу, вывел на чистую воду. То есть, по-вашему, если человека обматерить, то это значит вывести на чистую воду, так? А что, если я прослушаю запись разговора и выяснится, что вы мразь ебаная, которая тратит наше время? Ха-ха-ха, очень смешно. Очень смешно. Очень смешно. Да, аж плакать хочется. Дебила. Дебилка, это же я, Кирилл, я тебе звонил, я тебя обматерил на... Еще раз так сделаю, твою маму. Ну давай, я ж тебя в YouTube выложу. Все, давай, соси хуй, удачи тебе. Чеков тебе побольше.